Продолжаю проходить ГЗМ-9, линия Майнергейма, вторая часть. В общем, я тут подумал, скорее всего, нужно было прорвать линию Майнергейма вообще на всем фронте, да, то есть и здесь, чтобы выполнилась задача. То есть я примерно первым делом, ну, скорее даже вторым делом именно этим займусь, да, то есть попробую продавить здесь оставшиеся сооружения. Вот, и... Я тут подумал еще, что, наверное, сейчас, пока я свежий, пока я тут взял небольшой перерыв, ну, между первой и второй частью, то есть, я думаю, скорее всего, есть смысл сейчас всю свою армию, которая вот здесь вот находится, да, как-то передвинуть поближе к фронту, может быть, выстроить здесь какую-то оборону получше, хотя она и так вроде неплохая. Вот, ну, примерно этим и буду заниматься, плюс еще, скорее всего, я попробую перевести... все свои гаубицы, да, куда-то вот сюда в центр, может быть, даже куда-то вот сюда. Чтобы мои, ну, гаубицы, да, пушки, они достреливали до любой точки на всей карте. Ну, почти на всей карте. Автобат! Да, вот. Примерно такая у меня задумка. В общем, и, скорее всего, надо будет подвести сюда еще ПВО. Живо! Потому что, ну, сейчас, если, допустим, я поставлю в центре, то может так получиться, что бомберы... противника просто долетят, а мои истребители не успеют их сбить. Вот поэтому ПВО нужно будет подтащить. У меня здесь есть несколько пушек, вот их надо будет взять. Сейчас. Да, командир. Так точно. В общем, потрачу какое-то время именно на это. Приказ ясен. Так, это огнеметный танк, наверное, тогда тебя не стоит трогать. Ты давай в тылу находись. Так, лыжный батальон. Наверное, буду использовать как бы из засады, да, вот здесь где-то его установлю. Потом, если что, пусть они придут. Автоматическая пушка. Ну, это все сюда перетащу, не знаю. Здесь вряд ли какое-то нападение будет, но все равно пусть здесь будет. Так, тут еще есть пулеметы, противотанковое оружие. В общем, все это сюда куда-то перетащу. Слушай! На связи? Хорошо. Автобат. Известное дело. Жду приказа. Есть. Пехота на связи. Так точно. Я. Нет. Даже для этой нужен тягач. Ладно, вот ЗСУшки как раз вот примерно я планирую где-то здесь располагаться. Выполняю. То есть нужно будет мины снять, все подготовить как следует. Но думаю, какое-то время именно на это потратить. Исполняй. Да, начальник. Автобат. Идите на связь. Тут. Батарея. Ага, вот связи. Еще одна зенитка, кстати, отличная зенитка. Надо ее как-то подтащить сюда будет. На связи. Вот это, наверное, тоже сюда перевезу куда-то. Сейчас. Кстати, у меня есть диверсант, я совсем про тебя забыл. Давай-ка ты сюда ползи куда-то. Задание ясно. Ну и пока, в общем, буду готовиться тогда. По чуть-чуть. В принципе, всего очень много. Тут. Сейчас. Тут. Тут. Нет, слишком тяжелое, ладно. Так, это что? Это не то. Слишком тяжело. Здесь где-то еще были зенитки поменьше. Хочу их подтащить туда. Вот это, да? Чего делать? Так, в общем-то, в принципе, походу, вот эти мелкие зенитки не получится подтащить. Придется тогда... Уже да, едем. Она вообще не подтягивается. Кстати, надо, наверное, запомнить это. Может быть, разработчикам сказать, не знаю, может быть, она в принципе, ну, по идее, это должно как-то транспортироваться, не знаю уж как. Автобат. Ладно, в общем, вот эти ребят тоже подвезу сюда куда-то. Уже едем. Пусть они мины снимают. Здесь, в общем, пока что буду готовиться по чуть-чуть. Автобат. Здесь. Ну, вроде больше меня никто здесь не обстреливает. Батарея. Батарея на связи. Противотанковую пушку, наверное, надо сюда куда-то вытягивать. Не приказ знаю. Ясен. Танкисты на связи. Маневр готов. Тут. Оттуда. Да. Блин, что не так с этими Б4, а? Почему ты не можешь их подцепить? Жду приказ.
позицию. К бою готов. Арт-позиция. Артиллерия на связи. И, по-моему, я потерял еще где-то одну большую пушку. Непонятно, она где находится. М20, да, кажется? МЛ-20. А, нет, вот она. Ну, ладно, здесь хотя бы более-менее нормально. Но она, в общем, тоже не достреливает. Это можно. Ладно, не очень. Это хорошенько. Посмотрим, может, ты сможешь подтянуть. Да, только эту сможет подтянуть. В общем, нужно еще будет наладить сбыт. Батарея. Так, точно. Боеприпасов, да, то есть боепитание вот этих. Готов. Ребят. Ладно, ну хотя бы одна. Так. Б4 есть. Так, куда тебе лучше? Даже, наверное, где-то... Одна здесь. Одна где-то здесь. Даже, наверное, вот сюда куда-то поставлю. Живо! Батарея на связи. Так точно. А? Есть. 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 Арт-позиция. Маневр готов. Батарея на связи. Приказ ясен. Да, командир. Аэросани, наверное, постараюсь с ними как-то скомбинировать. Я не думаю, что я вообще ими когда-нибудь воспользуюсь. Батарея. Есть у меня сомнения в этом. Так, то артиллерия на связи. К бою готов. Готов. Я. Жду приказа. Маневр готов. Здесь окапываться не можем. Хорошо. Так, как-то так. И нужно, наверное, блин... Очень мало пополнялок у меня, я смотрю здесь. Кстати, это что такое? М30. Ну, не очень, наверное, хорошая. Вот эти вот вроде есть пополнялки боеприпасов. Тоже попробую здесь выставить как-то. Чтобы пополняли как раз вот эти мои дальнобойные гаубицы. Так, ты давай езжай сюда. Тоже подцепишь здесь вот эту, попробуешь зенитку. И здесь где-то еще здоровая была. Блин, я уже не... Ага, вот она. На связи. То есть ее тоже по-хорошему бы надо как-то жалуете? Подцепить и туда перетащить. Один момент. Не может. На что жалуетесь? Так, этот тоже не может, сейчас ладно. Будем. Тут тычки мы. Сейчас. Хм. Здесь я вроде же зачистил все. Можно попробовать тоже и здесь пройти как-то. А? Так, здесь не очень хорошая позиция для пулеметов. Да здесь вообще какая-то позиция не очень хорошая для обороны, по-моему. А? Никак нет. Есть. А? Здесь. А? Так точно. Чего делать? Ага. Не знаю, а? Попробую как-то сюда подтянуть. Так, тебя нужно беречь. Батарея на связи. Противотанковые пушки. Наверное, здесь более открытая местность, то есть они лучше пусть орудие. Здесь стоят. Может быть, пулемет один хотя бы сюда тоже подтянуть. Слушай! Так, где-то тут еще моя чинилка была. Тут. Да, вот она здесь. Противник был. Ой, противник. Моя какая-то пушка была подрезана немножко. Где она? Ага, вот. Противотанковое ружье. Ладно, я ее попробую починить где-то вот здесь вот. Уже едем. Сразу сюда подтяну. Я. Все, что есть сюда. Есть. Так. Да, здесь, в общем-то, открытая местность. И мои здесь спокойно грузовики стоят. Тут. Если была какая-то контратака, я. То мне бы не поздоровилось, а? Конечно. А? Ладно, пока что вот так вот выставлю. Здесь, в общем-то, в принципе, полно всего я. У меня. Наверное, вот этих ребят поставлю сюда. Вы тогда тоже готовьтесь. В общем, потом моя идея здесь как бы вдоль пройти опять. Здесь все зачистить, постараться. Потом уже нападать куда-то вот сюда. Ну, в общем, я примерно думаю, что за этот, ну, за эту миссию я уже пройду. То есть постараюсь. Даже если это будет там часа три идти, то я все равно это сделаю. Ладно. Посмотрим, насколько далеко эти бьют, но я их чуть поближе подведу. Пусть где-то ага. Здесь выстраиваются. Да, командир. Артиллерия что это на такое? Связи. Полковая пушка. Не знаю, уж пригодится она здесь. Выполняем. Артиллерия на связи. Так это что такое? По-моему, мины. Они, по-моему, на мины нарвались здесь где-то. Орудием. Ладно, здесь у меня была чинилка, пусть она подъезжает и чинит. Тогда... Машина на связи. Живо! На связи. Батарея. Легкий САУ. Нужны они мне здесь? Наверное, пусть стоят где-то здесь. Есть. Батарея. Не знаю, будет ли от них толк. Арт-позиция. Ждем приказа. Есть. Здесь, в общем-то, в принципе,
моя армия стоит не для того, чтобы какую-то контратаку отбивать, а просто чтобы, если, допустим, кто-то полезет, то я об этом просто узнал, ну и они, наверное, какой-нибудь урон им нанесли бы. Батарея на связи. Как-то примерно приказ так. Ясен. Батарея. Батарея. Готов. Ага. Есть. Батарея на связи. Сейчас. На связи. Батарея. Огни войны, тот как тот. Да, не очень далеко стреляет. В общем, тогда вот эту штуку буду использовать, уже скорее едем. Всего, для того, чтобы подцепить, допустим, вот эту вот здоровую пушку. Не знаю, получится. Сейчас. Да, вроде нормально. Туда я тоже перевезу. Да. А то. Так, автомат. Вы давайте мины тогда снимайте. Сейчас. Тут. Кстати, вот здесь, по-моему, мин нет. Здесь были только противопехотные сейчас. Мины, скорее всего. Тут. Живо. Боги войны, тут как тут. Арт-позиция. Уже едем. Машина на связи. Блин, так и не смогла подцепить. Что это такое? Батарея на связи. Ну ладно, в принципе, она довольно далеко бьет. Можно, если что, будет использовать. Попробую еще раз подцепить как-то так. Нельзя зацепить. Не, какая-то фигня, не знаю. Может быть, попробовать развернуть ее? И потом снова попробовать. Так, минометы. Минометы тоже куда-то вперед потащу. В общем, здесь, в принципе, нормально. У меня оборона приказ будет. Ясен. Тут. Жду приказа. Артиллерия на связи. Приказ батарея. Ясен. Батарея. Вот, уже а вы, едем. В общем, будете тогда боеприпасы подтаскивать. Автобат. Как-то так. Кстати, вот этого тоже надо арт-позиция. Починить. Артиллерия на связи. Так точно. Тут. Автобат. Заоро. И сюда, наверное, надо побольше пехоты подвести, а то здесь пехоты прям вообще. Кот наплакал. А? Вот этих, наверное, попробую сюда перетащить куда-то. Арт-позиция. Так, что тут? Ну, наверное, всех, кто попал. А, вот этих автобат. Тоже, ребят, наверное, отправлю куда-то сюда. Пусть они здесь что-нибудь выдумывают. Ага. Автобат. Допустим, вот этого починим. Автобат. Тут. Ага. Здесь. Машина на связи. Известно идет. Боги войны тут как тут. Арт-позиция. Пушки слушают. Автобат. Сейчас. Автобат. Здесь. Выполняю. Арт-позиция. Машина на связи. А? Так точно. Чего делать? Артиллерия на связи. Здесь. Сейчас. Я. Чего делать? Батарея. Орудием. Батарея. А? Готови. Ага. Готови. Батарея. Пушки слушают. Тут. Давай попробую последний раз подцепить. И, в общем, тогда, наверное, просто брошу это дело. Да, командир. Занимаю если не батю. Будет работать. Артиллерия на связи. Артиллерия на связи. Тут тычки мы. Ага. Готови. Артиллерия на связи. Зараз. Батарея на связи. Тут. А? Ага. Готов. Так, ну не знаю. Вроде подцепляет. Ладно, нормально получилось. Хорошо. А то что-то я тут совсем уже расстроился. Орудием. Ладно, так, что тут? Стоп. Раньше времени не лезь. Кстати, вот еще один танк подбился. Автобат. Попробую, наверное, сперва все-таки снять. Уже мину. Едем. Потом уже попробую починить здесь все. Выполняю. Так, автобат. Вот, отлично. Самая главная зенитка, я ее поставлю где-то, не знаю. В принципе, я довольно широко их расставил. Это, наверное, плохо. Потому что авиация будет... Ну, ее поймать будет именно зенитками, будет намного сложнее, ладно. В общем, ага. Как-то так сделаю. Батарея. Арт-позиция. Есть. Батарея. Батарея. Орудием.
Артпозиция. Есть. Тут. Я. Хорошо. Хорошо. Вытрички мы. Готов. А? Есть. Есть. Машина на связи. Так, и Б4. Б4, наверное, куда-то сюда в центр поставлю. Сейчас. Вот. Все, вроде более-менее нормально. Ну, надо все остальное здесь тоже поднять. Нужны ли мне здесь офицеры? Наверное, они тогда пусть здесь и остаются. Готов. Где-то. Так точно. Да, начальник. Так. Автобат. Это что-то не едет вообще сюда, да? Уже едем. Не, все нормально. Поехали. В общем, пополнялки тоже куда-то сюда поближе подведу. На связи. Автобат. Это не нужно. Ладно, ага. Тебя сюда. Эту пополнялку тоже куда-то сюда, наверное, поставлю. Автобат. Ну, вроде неплохо. Можно, в принципе, даже вообще вот сюда выйти. Здесь тоже вряд ли что-то будет. Попробуем проехать. Есть. Наверняка здесь будут какие-нибудь мины. Надо тоже их пехотой попробовать. Пехота посмотреть. Так, точно. Пехота на связи. Патроны кончаются. Так, точно. Пехота на связи. Слушаюсь. Маневр готов. Танкисты на связи. Хорошо. Бою готов. Делай. Артпозиция. Я. Есть. Чего делать? Чего делать? Автобат. Известное дело. Есть. А? Артиллерия на связи. А? Слушаю. Ждем приказа. А? Здесь. Я. Есть. Здесь. Сейчас. Батарея на связи. Так. Т-28. Это, кстати, по-моему, можно потерять, да? Там, по-моему, Т-100 было, СМК. На связи. И КВ. Их нельзя было терять, а еще, в общем-то, в принципе, можно потерять. Поэтому я их тоже вперед куда-то отправлю. Так, да, мины здесь кругом. Наверное, да, тоже отправлю сюда какие-нибудь средства для разминирования, пусть тоже разминируют, чтобы здесь более, ну, можно было спокойно проходить, чтобы не было никаких проблем, кого-то случайно, чтобы не подрезало. Так. Где-то здесь должны быть мои эти разминировки. Так вот, раз. Тут вроде все чисто. Тут вроде совсем чуть-чуть осталось. Ты давай тогда чини. Тебя тогда отправлю разминировать где-то вот этот вот кусок. В принципе, у меня их было много, я уже не помню, куда я их все потратил. Ага, вот они, вот еще. В общем, тогда здесь разминируем. Ага. Готов. Есть. Автобат. Выполняем. К бою готов. К маневру готов. К маневру готов. Танкисты докладывают. Точно. Жду приказа. Не подведем. Артпозиция. Добро. Танкисты на связи. Автобат. Готов. Здесь. Ладно, ну вроде более-менее все нормально сделал. Сейчас осталось только разминировать, да, допустим, распределить солдат. Как-то вот этих, наверное, вперед сюда пехота подведу. На связи. Пусть здесь позиции занимают. Есть. Не знаю, правильно ли я сделал, что не в окопах встал. Думаю, наверное, все-таки проблем каких-то больших здесь не должно быть. Не думаю, здесь будет какая-то контратака. И, в принципе, я, наверное, довольно быстро здесь ее отобью. У меня здесь довольно неплохие силы. Может быть, танков побольше сюда надо подвести. Жду приказа. Есть. На всякий случай. К бою готов. Исполняй. Танкисты докладывают. Так точно. Ну все, вроде более-менее нормально. Осталось только разминировать. Артиллерия на связи. Не подведем. Тут.
тут. Сейчас. Здесь. Артпозиция. Тут. Сделали. Уже едем. Батарея. Батарея. Артиллерия на связи. Да. Живо. Артиллерия на связи. Да, снаряды. Так точно. Тут. Ага. Батарея. Приказ ясен. Да, командир. Бою готов. Маневру готов. Есть. Огонь готов. Артпозиция. Танкисты докладывают. Артиллерия на связи. Выполняю. Маневру готов. Жду приказа. Чего делать? Доброго. Танкисты на связи. Бою готов. Готов. Батарея на связи. Выполняю. Автобат. Сейчас. Автобат. Маневру готов. Занимаю позицию. Ладно, в общем, хватит. Хватит, наверное, все, все, что можно было сделать. Ну, на связи. Так, навскидку. Более-менее нормально сделал. Так, наверное, надо уже снова двигаться сюда. Посмотрим, что здесь по обороне, как она организована. Так, может быть, есть смысл как-то поджать сюда, посмотреть, что здесь есть, попробую здесь. Это своими пехотинцами немножко пройтись. Готов. Слушаюсь. Посмотрим, где здесь кончается противника позиция. Может, бронеавтомобиль даже один подведу сюда. Как-то, а, вот у меня есть здесь один бронеавтомобиль, его буду использовать, наверное. Посмотрю здесь, где именно передняя линия. Ну, в общем-то, в принципе, она и так обозначена. Но, в общем, надо все равно посмотреть здесь, что да как. Диверсанта, конечно, сюда вести не буду. Это слишком долго будет. Да. Кстати, где у меня тут диверсант? Вот один есть. Попробуем, что здесь задание такое. Посмотрим. Ясно. Окопы, какая-то позиция. Доты. Задание ясно. Ладно, здесь пока не будем атаковать. Кстати, пулемет вижу. Эту пока цель не будем трогать. Моя задача здесь просто посмотреть, есть. Где начинаются позиции и все. То есть, в принципе, здесь вообще ничего не вижу. Вот здесь вот может быть что-нибудь, вот здесь вот дот, и здесь вот еще какая-то штука. Так, стоп, вот первые окопы. Дзот, в общем, ладно, все. Позиции выяснил, где находится, отходим. Так, этот дзот, который, ну, противопехотный, то есть все нормально должно быть. Может быть, даже есть смысл сюда подвести какие-то танки, обстрелять. Так, ладно. Возможно, правильно здесь было бы вот здесь вот по дороге пройти, посмотреть, что да как. Вот этот вот дот мне не очень нравится. Так. Как-то так. Ну-ка, кто-нибудь туда достреливает вообще? В принципе-то да. А нет, не достреливает. Чуть-чуть не хватает. Да, не очень удачно все равно. Ну, в общем, не хватает, чтобы всю карту простреливать моей артиллерии. В общем, как-то так буду пехоты тогда, видимо, справляться, что ли. Так, это что такое? Зенитная пушка. Вот эту, кстати, пушку, может быть, тоже стоит сюда отвезти. Все, вроде нормально. Надо побольше пулеметов. Раз. Противотанковое ружье. Ладно, это не то. Два. Всего два пулемета, что ли? Так, вот три. И, наверное, тогда вот этого тоже возьму. Нет, это не то. Это не то, блин. Три пулемета, что ли, всего осталось? Ладно, фиг с ним. Пусть будет три пулемета. В общем, готовлю атаку тогда тут. Готов. Слушаешь, а? Тут. Автобат. Три пополнялки, я надеюсь, мне хватит. В общем-то, здесь была еще арта, вот здесь вот недобитая какая-то. Я пока боюсь использовать батарея. Авиацию. Вряд ли тут у противников она батарея вся закончилась. Да, они достреливают. То есть, кстати, они сейчас меня, видимо, значит, будут накрывать. Ладно, пехоту, в общем, готовлю. Бою готов.
танковые войска вроде тоже готовлю. Вот этот, наверное, тоже со мной пойдет. Вот этот, наверное, тоже. Какой будет приказ? Маневр готов. Так точно. Бою готов. Танкисты докладывают. Жду приказа. Попробуем проломить. Стоп. Что это такое? Это, надеюсь, не меня обстреляли. Да, кто-то меня здесь увидел. Кто-то увидел мою эту. Мой пулемет. Теперь у меня два всего пулемета. А нет, один спасся. Все-таки не знаю, как здесь лучше проходить. Что-то здесь меня видит. Непонятно что. И здесь минометы какие-то кроют. Может попробовать танком проехать сюда, посмотреть что да как. Да, здесь наверняка какие-нибудь зенитки будут. В общем, возможно, стоило сюда арту подвести поближе все-таки. Не очень правильно я, наверное, сделал. Здесь тяжелое, кстати, место. Может быть, действительно стоило вот здесь попробовать проатаковать. Или, может быть, сперва стоило вот сюда продавить, но здесь фланговый. Да, кстати, фланговый, по идее, не должен меня крыть. Наверное, тогда пехоту попробую сюда провести, посмотреть, как здесь меня будут атаковать. Тут. Если здесь более-менее открытый фланг, то тогда нормально. Попробуем пройти вдоль дороги и зайти куда-то сюда. Танкисты докладывают. Какой будет приказ? Танкисты на связь. Добро. Ну, пока вроде никто не атакует. Нет, все, кто-то меня там уже видит, кто-то меня там обстреливает. Ладно, надо сейчас аккуратно здесь все просмотреть. Ага, зенитка есть. Довольно быстро ее выбьем. Нормально, проблем здесь никаких нет. Попробуем тогда дальше бежать. Что-то вот здесь есть, я уже не использую никакую артиллерию, ничего. Может быть, это ошибка, конечно. Да, кто-то меня видит. Интересно, куда они направлены? Пойди сюда куда-то, да? Попробуй, наверное, танки сюда подводить тогда. Что с пулеметами? Пулеметы тоже нужны на какую-то такую дистанцию, чтобы они могли накрывать этот дот. Так точно! Угу. Здесь какая-то полевая пушка. Надо очень быстро пытаться пробежать. Возможно, даже не одна. Да, вот они есть. Ну, вроде неплохо идет. Стоит ли сюда подвозить пополнялки? Блин, есть опасения, что их дот убьет, не знаю. Он пулеметный, да, по идее, он меня должен простреливать, мои грузовики. Контратака, все понятно. Так, тогда пулеметы, значит, должны работать на отражение контратаки. Танки тоже давайте вперед, вы тогда залегайте. Здесь где-то был бронеавтомобиль, надо его быстренько как-то выбить, постараться. Нормально. Стоит ли дальше ехать? Ну, я думаю, здесь чего-то такого серьезного не будет. Надеюсь на это. Давайте попробуем проехать. Здесь, наверное, мины какие-нибудь будут. Здесь дот. Эти ребята тогда, наверное, просто оставайтесь на местах. Ты тоже им помоги. Ты давай как-то здесь займи позицию. На двойке остаетесь только вы. Попробуем продвинуться. Здесь, кстати, еще окопы тоже неприятно. Надо попробовать, наверное, тогда пулеметы поближе подвести к окопам.
Так. Как-то вот так вот. Кто-то стреляет. Наверное, здесь зенитка какая-то есть. Так, не знаю, стоит ли отходить. Боюсь потерять. В принципе, он неопытный, как бы. Не особо есть смысл переживать об этом. Блин, ладно, тогда пока что, наверное, не будем двигаться. Попробую все-таки отъехать сюда. Да, вот кто-то здесь крутит. Здесь где-то, видимо, зенитка есть. Может быть, где-то здесь. Я ее просто не вижу. Так, пулеметы что? Не достают, кстати, вообще. Стоит ли, допустим, попробовать залезть сюда? Наверное, не очень-то приятно. Ну, хорошая идея здесь. Здесь вообще такой треугольник, очень плохой. Сюда заезжать, наверное, не стоит. Но это вроде противопулеметный. Тут непонятно, где здесь. В общем, зенитка, надо попробовать. Так, либо пехотой отойти, либо еще что-то. Либо пытаться как-то продавливать сюда. И только потом пополняться. В принципе, пехоты уже, походу, очень много потеряно. Блин, тут еще вон какой-то отряд есть. Ладно, давайте бегите сюда. Вас тогда, наверное, пока исключу из отряда. Вот, попробуем здесь пробежаться. Здесь где-то зенитка. В общем, я ее попробую продавить. Посмотреть, где она, уничтожить. И потом танки сюда заедут. Как-то попробуют что-то сделать. Поехали. Понял. Все понятно. Сейчас, походу, я потеряю танк. Скорее всего, значит, зенитка была где-то здесь. Надо, значит, сюда бежать. Пулеметы максимально быстро сюда тоже подтягивать. Чтобы они накрывали здесь кусок земли. Ты тогда пробуй тогда окапываться. Ты давай разворачивайся. Жди. Может быть, даже есть смысл слить бронеавтомобиль сюда. На зенитку. Да, походу потеряю все-таки. А может быть, это был танк. Если это был танк, то тогда, в принципе, я думаю, не должны быть какие-то проблемы в том, чтобы его выбить. Я надеюсь, что это все-таки танк меня здесь бил. Минус бронеавтомобиль, ладно. Но зато сохранил танк. Может быть, есть смысл все-таки сперва тогда выбить вот этот фланговый окоп? Чтобы можно было потом пехотой здесь прошмыгнуть. Понял. В общем, они, я их посылаю через атаку, они решают атаковать вот этот вот дот. Вместо того, чтобы стрелять вот по этим ребятам, приходится вручную вообще их выкликивать. И атака никак не заканчивается, кстати. Нет, все-таки зенитка здесь где-то есть. То есть надо стоять на месте. Блин, очень жестко. Я здесь большие потери, кстати, понес. Возможно, есть смысл отступить как-то. Нет.
Надеюсь, не пополняет их какая-нибудь пополнялка. Потому что иначе это будет вообще бесконечный такой порочный круг. По-моему, здесь в окопах больше никого нет, да? Вот последние остались какие-то бойцы. Ладно, наверное, все-таки действительно стоит отступить. Отступлю куда-нибудь вот сюда. Здесь сразу же пополнюсь тогда. Да, сразу же ячинилку тогда сюда подведу. Танки пусть тоже отступают. В общем, в принципе-то, ну, не очень хорошо получилось. Довольно много я пехоты слил. У меня здесь, конечно, есть еще, но как бы не очень. Это все равно хорошо получается. Тут. Сейчас. Еще один танк слил, да? Блин. Ладно, хотя бы этих не слил. Давайте попробуем тогда отступать сюда. Пополняемся и снова попробуем напасть. Пулеметы тоже давайте тогда отходите. Починимся, пополним боеприпасы, скорее всего, и снова попробуем продавить. Чего делать? А, этот вообще выбит, ладно. Я. Выполняю. Боюсь, что здесь будут какие-нибудь эти мины, да, противотанковые. То есть сюда заезжать опасаюсь. Плюс еще здесь где-то зенитка, непонятно, где она находится. Ладно, этот хотя бы окопан. Потом попробую его как-то починить. Есть. Есть. Я. Есть. Выполняю. Какой будет приказ? Танкисты на связи. Интересно, а кто меня здесь видит? Может быть, здесь какой-то снайпер есть? Может попробовать, раз я все равно плохо иду, диверсанта какого-нибудь сюда подогнать, посмотреть, что здесь такое? Так, и тогда, наверное, пока там пополнение идет, я еще здесь проползу своим диверсантом, посмотрю, что да как. Может быть, даже лучше куда-то сюда. Есть. Здесь, наверное, тогда можно спокойно крыть. Б4, все дела. Доты, да, допустим, вот этот попробовать. Выполняем. Батарея. Пускай какую-то пользу хотя бы приносит, да. Добро! Автобак. Уже так, едем. Два пулемета всего осталось. Блин, а куда я все пулеметы, интересно, делал? Наверное, все-таки здесь тоже слил, когда здесь воевал, да? Раз пулемет. Здесь, наверное, один я все-таки оставлю пулемет. Маневр готов. Занимаю позицию. Автобат. Вот здесь вроде много пулеметов было. Попробую парочку отсюда собрать. Вот этот, допустим. Ну, кстати, не так уж и много здесь пулеметов. Есть. Слушаю. Есть. Ладно, и потом попробую снова продавить. Не знаю, но вот здесь вроде я нормально подчистил. Контратаку отбил. Наверное, сейчас следующая атака уже будет успешной. Я попробую здесь быстренько пробежать пехотой, подсветить зенитку. Стоп, ты куда так рано ползешь? Дот опять, да? Тут вообще просто дела тяжелые идут. Ну, в принципе, пол карты уже зачищено. То есть, я думаю, где-то еще на столько же времени и все будет нормально. Может быть, сюда больше чинилок подвести? Автобат. Сейчас. Давай, действительно, сюда куда-то. Арт-позиция. Противотанк пушки, наверное, тоже просто здесь выставлю вперед. Батарея на связи. Все равно просто так стоят. Никакого толку от них сейчас здесь нет. Орудие. Так, тут понятно, тут надолго ты сюда.
Всего делать. Что по пехоте, интересно, пополнилось? Ну, вроде да, то есть не уезжает грузовик. Содержимое есть. Что по танкам? Да, командир. Всего два танка осталось. Ладно, попробую еще что-нибудь здесь взять. Допустим, огнеметный танк не надо, да? Они оба огнеметные. Тогда давайте-ка вы в тыл отъезжайте. Вроде у меня еще где-то были танки, причем было много танков. Есть. Так, вот еще какой-то пулемет. Давайте тоже сюда идем. Батарея на связи. Можешь отсюда забрать парочку? К маневру готов. Легкий танк, это не надо мне, да, он пулеметный. Артиллерийский, не знаю. Вот, хороший танк, вот этого возьму себе, наверное. Так, БТ-7А, давай тоже тебя сюда. Маневру готов. Исполняй. Какой будет приказ? Танкисты докладывают. И попробую тогда продавить. Чего делать? Готов. Все, вроде нормально, да? Маневру два танка, готов. Конечно, это маловато, но... Маневру готов. Ну, здесь у меня, в общем-то, есть закрепившиеся танки, да? Докладывают. Они, в общем-то, в принципе... Никаких проблем здесь не имеют. Здесь тоже у меня вроде типа стационарной точки, да, ее никто не видит, раз не обстреливают. Надо, значит, вот это место продавливать как-то. Так. Ну все, вроде более-менее нормально. Поехали. Поехали опять так же. Попробуем максимально быстро здесь пробежать. К бою готов. Чиниться надо. Чего делать? Чего делать? Или можешь рискнуть, попробовать сюда протащить танк. Танкисты посмотреть, докладывают. Есть здесь мина или нет. Так, ты что делаешь? Все, вроде нормально ползет. Посмотрим, пусть здесь стоит, пусть постреливает по дотам. Не знаю, какую-то пользу приносит. Вроде мин нету. Все, просто оставайся тут. Так, стоп. Все понятно. В общем, я не знаю, как они так далеко кидают зажигательные смеси свои. Он еще и разворачивается неправильно. Бою готов. Пойдем. Ладно, здесь пока подождем. Арта отсюда крутит. Кстати, вот здесь я тоже заметил арту. Может быть, попробовать все-таки сюда чем-нибудь долбануть. Так, здесь у меня тоже, кстати, я совсем забываю про этих, что они тут постреливают по противнику. Так, интересно, а куда я этого отправил? Стрелять. По-моему, я его сюда направил бомбить. Здесь вроде была какая-то позиция, я ее обстрелял. Вроде должно быть нормально. Посмотрим, куда еще можно долбануть. Каких-то других таких позиций я здесь не вижу. Наверное, тогда пусть обстреливают дот, что ли. Угу. Здесь кто-то еще не убит. Давайте-ка его добьем. Ладно, вроде нормально. Так, блин, этот-то... Я ж тебя вроде назад отправил. Ну-ка, давайте-ка отсюда нафиг сваливаем. Постараемся. В общем, бежим сюда. Танкисты докладывают. Танкисты докладывают. Вы давайте на подмогу. Так, где пулеметы? Пулеметы вроде нормально. Ладно, пусть пока здесь стоят. В общем-то, здесь опасно. И здесь нападают, и здесь. Какой будет приказ? Тебя, наверное, сразу отправлю чиниться сюда куда-нибудь. В общем, надо здесь прожать где-то зенитку. Непонятно, она где здесь находится. Так, стоп, ты пока стой. Непонятно. Непонятно, где здесь зенитка. Да стой ты на месте. Бою готов. Готов. Стоп, а может быть это был... Вот это ружье, может быть, вот это было? Которое меня обстреливало. Выполняю. Вроде ничего не видно. Ладно, пробуем здесь поджать вот этот кусок. Нет, все-таки что-то здесь есть. Вот она, зенитка, все нормально. Бою готов.
Все, вроде выбито. Попробуем тогда занимать здесь город. И начнем уже вот эти доты выбивать. Блин, я ж тебя вроде отправлял. Что за нафиг? Ага, здесь миномет. Давай выбиваем. Что-то здесь стоит непонятное. Противотанковая пушка, не знаю, успею я тебя выбить или нет. Постараюсь, конечно, выбить. Так. Давайте пробуем тогда просто пробежать. Нормально, минус один. Блин, позиция очень сложная в итоге оказалась. Я не думал, что она здесь такая будет. Стой выше на месте. Что-то вот здесь непонятное находится, непонятное для меня. Понял. Какой будет приказ? Стойте на месте. Наверное, пора уже подключать здесь пулеметы. Как-то вот сюда, что ли, парочку. Тебя, наверное, куда-то сюда. Тебя, наверное, куда-то сюда. Ага, зенитный пулемет, понятно. Более-менее взят. То есть можно уже думать о том, чтобы вот здесь вот продавить, да, вот отсюда как-то напасть. В принципе, у меня здесь есть бронетехника. Не так уж и много, конечно. Хотя нет, есть нормальное количество. Вот думаю, стоит ли ее пытаться продавливать. Так, есть парочка пулеметов. Попробую на дальность стрельбы подвести куда-то сюда, да? С двух сторон попробую зажимать. В общем-то, в принципе, раз уж там идет уже борьба, наверное, не стоит затягивать. Просто начну поджимать. Так, Т-100 не хочется потерять. Выполняй! Я! Есть. Ага, еще один. Вот это плохо. То есть я думал, здесь один. Здесь что-то тоже находится. Попробую сюда проехать, посмотреть, что-то как. Да, здесь вообще какая-то непонятная стрельба идет. Блин, не успеваю со всех сторон контролировать. Здесь очень много народу слил. Давайте-ка попробуем отойти сюда. Давай, подсвети его, подсвети. Что тут за доты? Дзоты, да? Просто пулеметные. Можно попробовать будет навалиться тогда. Поехали. В общем, и всю пехоту тоже тогда сюда. В общем, мы здесь нападаем. Танки мои где-то здесь ездят. Поджимают противника. Если здесь кто-то окажется, то мы его быстренько выбьем. Постараемся. Это противотанковое ружье. Это, кстати, опасно. Надо его выбивать по-быстренькому. Блин, очень далеко. Давайте вы тогда его выбивайте. Нормально. Не знаю, это я так стреляю или по мне так стреляют? А, это я так стреляю, это хорошо.
Ладно, здесь, я думаю, стоит все-таки брать уже танками какими-то, обстреливать. Да, здесь вроде выбили. Так, вы пока здесь ждите. Надо посмотреть, есть ли у меня здесь что-нибудь, что может снять мины. По-моему, я все уже отсюда оттащил, да? Все, что можно было, все, что было ценное. Да, действительно. Так, мины никак не снять. Вот этих ребят тоже, наверное, подведу вперед куда-то сюда. Да, ладно, значит, надо отсюда тащить. Стоит ли нападать? Допустим, вот этот я попробую все-таки дожать. Зод. А вот сюда, конечно, уже не буду выходить. Здесь... А, здесь попробую танками, да, как-то попробую подрезать. Может быть, попробую штурмануть тогда. Какой будет приказ? Ну, приказа. И вот на связь. Есть. Так точно. Так, стоп. Здесь эти мины, да, получается? Противопехотные, это плохо. Просто стойте на месте, мы здесь попробуем как-то сами навести порядок. В общем, ничего страшного не произошло. Выбили мне, конечно, траки, но это не такая уж и большая проблема. Выезжаем куда-то сюда, здесь будем пробовать наводить порядок. Потом здесь пополняемся и уже думаем, как вот этот вот кусок брать. Да, у меня же здесь, кстати, обстреливают. Возможно, стоило диверсантами подсвечивать доты. Возможно, я не очень правильно здесь поступаю. Да, вот, например, вот этот вот подсвечен. Его можно попробовать выбить. Да, диверсантами, скорее всего, и надо подсвечивать доты. Ладно, тут пока ждем. Есть, интересно, какие-нибудь пополнялки тут? Пехотные, по-моему, есть, да? Вот, есть одна. Давай-ка сюда тогда тащись. Пополняй здесь все, что можно. Возможно, стоит еще какую-нибудь подвести пополнялку. Если я найду. Ладно, здесь нету ничего. Тут вот одна есть. Бесполезная там стоит. Давай-ка сюда тогда тоже. Как-то так. Какой будет приказ? Стоит для тебя сюда завести. Ладно, не буду пока, наверное, делать этого. Блин, не очень удачно, конечно. Ладно, здесь вроде выбили. Здесь я вообще потерял. Кто-то меня, да, вот это, видимо, здесь арта меня кроет. Может быть, все-таки запустить? Блин, я опасаюсь, что враг свои самолеты использует. Наверное, не буду этого делать пока. Здесь я немножко упустил, конечно, ситуацию. Автобат. Сейчас. Тут. Идем. Я вроде их останавливаю, они продолжают ползти. Что за дураки? Ну это 100% вот эта штука наваливает. Не знаю, как ее выбить. Сейчас пока нет возможности это сделать. Здесь вроде диверсант ничего не видит. Может быть, попробовать здесь. А, нет, здесь вот еще дот какой-то. Есть. Думал, может быть, попробовать доползти. Может быть, у него такая же снайперка и выбить. Я, в общем-то, в седьмом ГЗМе иногда такое делал. Снайперами выбивал позиции. Отлично, еще один дот зачищен. Здесь осталось два, здесь тоже два. За Сталина! Автобат. Уже тут едем. Будет как новенький. Сейчас золотая. К бою готов. Хорошо. Танкисты докладывают. Хорошо положили. Исполняй. Поехали. Тут один, все, здесь тоже зачищен. Попробую, наверное. Этого, наверное, просто штурманем. Чего делать?
Слушаюсь. Надеюсь, это поможет. То есть в прошлые разы были проблемы с этим. Интересно, кстати, вот насколько далеко вот эти стрелят полевые пушки. Дотянусь я сюда. Надо попробовать, наверное. Чего делать? Правда, здесь очень сильно пехота слита. Одну попробую взять. Маневр готов. Маневр готов. Бою готов. Автобат. Сейчас, автобат. На что жалуетесь? Да. Слушаюсь. Маневр готов. Отлично. Ну да, я примерно так и предполагал, что надо на всем фронте прорвать оборону. Посмотрим, сохранить опытные танки вроде выполнено, да? Я ими даже немножко попользовался. Все нормально. Ладно, давайте вы тогда идите на пополнение куда-то сюда. Так точно. Получена задача ликвидировать вражеские силы на второй линии обороны. То есть я надеюсь, что здесь тоже не будет прям именно сплошь все разрывать. Что-то это будет прям совсем очень долго. Смотрите, какая линия. Она просто невероятно огромная. Поменьше, конечно, чем была, но все равно довольно большая. Ладно, продолжите наступление. Прорвите вторую линию обороны. Прорвите. То есть, грубо говоря, нужно на одном каком-то участке, по идее. С точки зрения смысла слова. И ликвидируйте врага грамотным маневром своих войск. Но вот это уже как бы говорит о том, что нужно, скорее всего, так же, как и здесь поступить будет. То есть полностью зачищать всю линию. Это будет просто жесть очень долго. Ладно. Готовим, в общем, здесь тогда тоже атаку. Оппозиция. Так, посмотрим, достреливает. Нет, немножко не достреливает. Попробуй чуть подвести вперед тебе тогда. Выполняем. Здесь тогда выходим на линию обороны тогда. Так, тут возвышенность. Ну, я думаю, в первую очередь надо вот этот кусок будет зарезать. Здесь дот. Здесь дот. Здесь, в общем, очень плохо. Кстати, дот здесь я уничтожил. Это хорошо. В общем-то, в принципе, действительно, скорее всего, так и надо делать. То есть просто подсвечиваешь диверсантам дот и артой их разбиваешь. Поэтому диверсанты пока ясно. Здесь будут мои ползать. Оппозиция. Да. Этот. Ну-ка, ты сможешь его подсветить есть. Нормально? Все, отлично. Этот дот подсвечен. Попробую его тоже тогда просто разбить. Да, все достреют. Давайте так и будем делать тогда по чуть-чуть. И здесь тогда пока буду организовывать оборону. Да, ну не оборону, а скорее всего. Есть. Просто позицию оборудую и все. Готов. Танкисты докладывают. Блин, в принципе, арта стреляет. Наверное, все-таки СМК стоит отвезти куда-то сюда. Есть. Так. Автобат. Тут. Уже едем. Слушаю вас. Слушаю вас. Здесь куча трофеев тоже мне, скорее всего, пригодится. Ну-ка посмотрим. Блин, все равно не достреливает. Чего делать? Так точно, а? Не знаю, зачем они стреляют, они видят меня, что ли, или что, не понимаю. Так, и здесь что? Здесь, в принципе, тоже, наверное, придется потом атаковать, кстати, позиция. Здесь позиция, то есть, потому что задача-то взять вот этот вот город есть у меня. Так что пока что там обстрел идет позиции, я здесь пока подготовлю тоже атаку. Уверен, надо будет все-таки атаковать. Батарея на связи. Так, у тебя что? Ну, не достает, блин, не знаю, как здесь скрыть. Попробую, наверное, бомберами тогда. В принципе, противник меня не должен видеть. Может быть, даже штурмовиков отправить. Рискну. Посмотрим, что будет. Танкисты докладом. Я. Слушай. Арт-позиция. Батарея на связи. Орудие. Батарея. У них была своя авиация. Это, скорее всего, были истребители. Все. Ну, может быть, если повезет, я все-таки уничтожу здесь арту, она мне очень сильно достает. Скорее всего, надо было бомберов все-таки посылать. Сейчас. Жду приказа. Хорошо. Они зачем-то атакуют торт. Что мы их уничтожим, все понятно, да? Все очень плохо вообще-то. Ну-ка. Вроде подсветили, не знаю. Вряд ли они здесь что-то будут уничтожать. Ладно, зенитку вижу. Совсем не то они атакуют. То есть хотя бы зенитку бы выбили, что ли.
арту здесь так и не накрыл. Все, ну в общем бездарно слита моя авиация, мои штурмовики. Ладно, в общем тогда буду думать о том, чтобы, допустим, так, здесь опасная позиция, два дота. Сюда как-то не пробраться нифига. Здесь тоже дот. Ладно, попробую посмотреть, где здесь слабое место. Здесь дот уничтожен, здесь. Здесь подсвечен, кстати. Надо попробовать, так, может точно. Быть, тоже потом сюда пострелять. Когда вот этот будет выбит. Хотя, в принципе, здесь два человека всего осталось. Наверное, стоит поменять все-таки направление стрельбы. Давайте вот этот попробуем выбить. Да, два человека, в принципе, не должно быть проблемой. Так. Танкисты докладывают. Добро! Чего делать? Полевой госпиталь на проводе. Автобат. Ага. Автобат. По вашему приказанию прибыл. Не подведем. В общем, я думаю, наверное, лучше всего тогда здесь атаковать. Здесь, в принципе, позиция опасна. Здесь стрелы закрывают сбоку. Здесь второй, да, вот здесь опасно будет нападать. То есть вот здесь вот можно. Здесь я пробил вроде дот. Кстати, все еще показывает. То есть, возможно, так и не пробил. Здесь... Кстати, еще один дот. Ну, блин, здесь все очень плохо. Здесь вроде выбит. Можно попробовать вот здесь вот напасть. То есть два дота выбиты. Здесь зайти и попробовать уже вправо-влево разойтись. Как-то. Если вот этот выбит, то все будет нормально, скорее всего. И можно будет там нападать. Арту, конечно, здесь хотелось бы накрыть. Маневр готов. Тут что? Ну, тут, в общем-то... В принципе, можно продавить, конечно. По-моему, здесь ничего такого нету. Я не вижу каких-то дотов. Один вот есть. Больше вроде ничего нету. Такого можно, кстати, пробовать продавливать. Машина на связи. А то. Полевой госпиталь на проводе. Да, а? Точно. Автобат. Уже едем. Чего делать? Я. Сейчас. К бою готов. Так точно. Ждем приказа. Ладно, в общем, решил все-таки так здесь точно. Нападать. Здесь попробую тогда всю пехоту, которая пехота осталась, дотащить точно. Сюда. Нормально такой нарастить группировку и уже здесь попробовать продавливать. Все такие более-менее нормальные танки тоже туда куда-то вытяну. Так, парочка пулеметов, наверное, тоже пригодится здесь. Пулеметов, в принципе, здесь много. Давайте, наверное, вот этих вот трех точно сюда оттяну как-то. В общем, здесь буду продавливать. Дот вроде видно, да? Есть. Пушки слушают. В общем, его уничтожаю, потом этот уничтожен. Здесь, в общем-то, такая широкая полоса будет. Можно здесь попробовать пройти. Как-то. И потом уже думать о том, чтобы выйти вправо-влево. В общем, я надеюсь, что здесь не надо будет полностью всю линию выбивать. Это как-то очень долго будет. Но что-то есть у меня сомнения в этом. Скорее всего, действительно придется полностью все здесь продавливать. Живо! Арт-позиция. До арты так и не дотягивается. Только попробую чуть-чуть вперед подтянуть. Может быть, еще. Куда-нибудь вот сюда. Батарея на связи. Здесь, если что, вроде танки есть. Если будет какая-нибудь атака, то вроде должен справиться, не знаю. Тут. Ага. По-моему, у меня здесь еще где-то бригада была. Ух ты, здесь вообще готов. Полно пехоты. Наверное, стоит ее все-таки тоже подтягивать куда-то сюда. Так, вот они, эти танки. То есть их я, скорее всего, отправлю сюда. Если что, они здесь будут вторым эшелоном. То есть кто-то нападет, попробую их подвести как-то так. А вот этого, скорее всего... тоже отведу сюда. То есть здесь буду наращивать группировку. В
очень долго, блин, выбивается дот. По вашему приказанию прибыл. Ладно, батарея, что с вами? Дотягивайтесь сюда. Все, здесь вроде так более-менее точно. Нормально. Здесь попробую арту обстрелять. Сейчас создам здесь группировку. То есть одна, два, подальше друг от друга, чтобы, допустим, контрбатарейная борьба не накрыла. И на попробую связи. Накрыть. Есть. Тогда вот этот кусок, я помню, вот здесь вот была арта. И она мне уже не будет мешать, я надеюсь. Так, все, дот выбит, кстати. Можем тогда и вот этот попробовать. По вашему выбить. Приказанию прибыл. Есть. По вашему приказанию прибыл. Ладно, вот этого, наверное, тоже сюда куда-нибудь отведу. Есть. Пусть ползет по чуть-чуть. Непонятно, в общем, выбит этот дот или нет. Ну, по-моему, нет, раз все еще показывается. Здесь, в принципе, можно продавить уже. Вот здесь вот где-то. По вашему приказанию прибыл. Все, вижу этот дот. Попробую его обстреливать тогда. Когда здесь, ну, накапливается группировка. Танкисты докладывают. Танкисты на связи. Батарея. Выполняем. Здесь только пулемет. Ну-ка, может быть, кстати, есть смысл просто посветить сперва. Посмотреть, что здесь есть вообще. Так, миномет. Есть. В принципе, ничего такого опасного. Задание ясно. Непонятно. Видимо, здесь какая-то возвышенность. Я не могу просветить. Так, ладно, точно. Здесь был тогда миномет один, здесь был пулемет. По вашему приказанию прибыл. Задание ясно. Все нормально. Пушки слушают. Здесь. Я. Ждем приказа. Готов. Слушаюсь. Я. Так, по поводу танков. Блин, по-моему, мне уже не надо их не терять. По-моему, задача уже была выполнена. Это где не надо их терять, да? Да, уже нету здесь написано. Так. А, нет. Это, видимо, значит все, на всю миссию. То есть, тогда вас я пока что не буду использовать. Жду приказа. Танкисты докладывают. Танкисты на связи. На связи. Все, Бой два. Готов. И где-то надо еще пулеметов раздобыть побольше. Раз, два. 3-4. В принципе, нормально. А вот еще один есть? 5. 5 пулеметов, в принципе, нормально. Даже здесь еще, кстати, задел. Вот это вообще прям супер. Я думаю, какая-нибудь контратака будет. Здесь, в принципе, можно уже пулеметами поджимать. Я. Слушаюсь. Готов. Готов. Ага. Здесь. Почти на 100% уверен, что здесь будет какая-нибудь арта. Ага. Я. Так, и, наверное, пробуем тогда сразу же сюда уже нападать. Слушаюсь. Да, командир. Есть. Готов. Готов. А, я. Я. Слушаюсь. Какой будет приказ? Требует на месте. Есть. Есть. Это миномет где-то здесь стреляет. Может быть, попробовать танками продавить как-то? Наверняка здесь будут какие-то противотанковые средства. То есть нужен какой-то более такой бронированный танк. Да, вот, допустим, вот этот вот. Их надо попробовать вперед выдвигать. Миномет, да, стреляет, блин. Здесь какая-то крупная артиллерия находится. Дот вообще выбит, ладно. Пока что не стреляем больше. Блин, может быть, действительно пробовать тогда прорываться, что ли, как-то. Жестко. Какая-то очень жесткая здесь полевая пушка находится. Пробуем тогда прорываться танками. Готов.
Как-то так. Давай-ка ты давай максимально далеко тогда вперед езжай. Без атаки. Блин, не знаю, не знаю. Стоит ли их вести вообще вперед? Сюда, да, допустим, попробовать выбить здесь как-то минометы? Возможно, это была ошибка. Да, это была какая-то очень большая ошибка. Здесь какая-то очень сильная оборона. Непонятная мне. Ничего не видно. Возможно, стоило диверсанта поближе подводить как-то. Попробую тогда окапываться, что ли. Что-то такое. Вот здесь, да? Возможно, вот здесь что-то находится. Тогда накрываем здесь, тогда всем, чем можем. Возможно, я здесь допустил ошибку. Очень много пехоты гибнет. И я забыл сюда подвести пополнялки. Да, действительно, я пополнялки забыл сюда подвести. Блин, это плохо. Еще здесь и мины, ну все. Тогда здесь очень все плохо. Тогда, наверное, все-таки, наверное, стоит отступить. Вроде миномета я здесь выбил. Так, ты пока стой на месте. Здесь вроде пулемет сюда надо направить, по-хорошему бы. Может быть, действительно зря слишком широко вот так вот пошел. Надо было, наверное, вот этот вот кусок продать. Хотя вот здесь тоже что-то есть. Здесь зенитка, кстати, до сих пор не выбита. Я до нее не дотягиваюсь. Занимаю позицию. Вы же вроде дотягиваетесь до нее. Стреляйте по ней. Ладно, тогда здесь тоже накрываем. Возможно, стоит отойти все-таки. Я, наверное, все-таки отойду, действительно. Давайте-ка отойдем. Отойдем, попробуем пополниться тогда здесь. Есть у меня еще какие-нибудь пополнялки тут? Автобат. Да, одна вроде есть какая-то. Попробуем здесь пополняться тогда. Буду, наверное, тогда диверсантов здесь подсвечивать как-то. В принципе, потерял только один пулемет, да, и то его можно пополнить. Есть. Пара противотанковых пушек, так. Есть. Так, зенитка точно. Вроде выбита. Здесь обстрел ведется. Батарея. Есть. Позиция. Да. Есть. В принципе, не так все плохо. Единственное то, что, наверное, ошибка была в том, что я так широко пошел, то есть вот здесь вот как раз окоп выдавался, его можно было продавить. Да, и потом уже думать, как здесь. Здесь, в принципе, окоп тоже подрезан. Здесь вроде тоже. Тут вообще очень жестко я задавил. Но пока еще пусть стреляет. Разведчика, в принципе, вызывать нет смысла, потому что его сразу же истребители собьют. То есть, даже не знаю, бомбер, наверное. Кстати, вот здесь я совсем забыл, что надо обстреливать позиция. Вражескую арту. Давайте попробуем навалить сюда. Стоп, стоп, стоп. Сперва окопаюсь. Хоть какая-то защита все-таки будет здесь у меня. Известное дело. Полевой госпиталь на проводе. Батарея. Все, и давайте тогда здесь обстрелились. В общем-то, здесь, есть. По-моему, последняя была пушка. Так. Осталось, кстати, совсем немножко. Ладно, пусть пока кроет. Где-то у меня еще был один диверсант. Вот он. Давай-ка ты ползи тогда сюда. Один диверсант здесь подсвечивает, один здесь. В принципе, здесь уже более-менее все продавлено. То есть вот сюда дойти не проблема будет. Здесь каких-то укрытий не будет. Да, блин, ну первая атака, конечно, провалилась, скорее всего.
Тут. Известное дело. Но здесь уже прям совсем никакого живого места нет на земле. Попробуй тогда сюда более широко так стрелять. То есть более широкий круг, чтобы был. Арт-позиция. В общем, буду готовить новую тогда атаку здесь где-то. Вроде идет стрельба, ну-ка интересно, ответных действий каких-то нет. И мои тоже что-то не стреляют. Наверное, все-таки я уничтожил. Да? То есть как-то тут так игра работает, что они перестают стрелять. Я вот думал, что возможно, потому что они типа там уничтожили цель, несмотря на то, что ее не видно. Не знаю, с чем это связано. Так. Ладно, ну здесь пусть нас наваливает тогда. Я попробую диверсантом чуть-чуть подальше есть. Пролезть. Вроде окоп этот выбит. По вашему приказанию прибыл. Задание ясно. Так, какая-то позиция. Задание ясно. Тихо. Так точно. Так точно. Зенитка. Опасно. Ладно, ну в общем, в принципе, более-менее так нормально. Точно. Так, стоп. Дальше не ползи. Здесь еще кто-то оставался. Наверное, тогда стоит сюда немножко переключить. Пусть случайным взрывом убьет зенитку. В общем, готовлю новую атаку. Наверное, тогда действительно стоит как-то вот здесь вот, да, пройти вдоль вот этого полеска, не знаю. И вот здесь вот продавить. Здесь что-то прям слишком много всего. Но единственное, здесь где-то еще арта. Вернее, полевая пушка какая-то стояла. Так. Чего делать? В принципе, вроде пехота нормально. Автобат. И больше ничего не пополняется. Что приказа? Возможно, все действительно нормально. Выполняем. Танкисты докладывают. Что приказа? К бою готов. Танкисты докладывают. Маневр готов. Добро. А вот по пулеметам, кстати, проблема. По-моему, у меня их было 5. Один вот он. И значит, видимо, один был уничтожен. Ладно. Выхожу тогда куда-то сюда на позиции. Готов. Что делать? Готовлю новую атаку, но нападать уже буду в этом направлении тогда. Так точно. Здесь он один недобиток всего остался. Он, в принципе, будет продавлен. Арта откуда-то отсюда. Артиллерийские снаряды летели, то есть нужно будет сюда быстро как-то пытаться продавить. Не знаю, хотелось бы, конечно, разведчиком пройти, но у противника истребитель. То есть тут не вариант, конечно. Не вариант использовать разведчика. Готов. Может быть, стоит еще пехоты добавить? Готов. Вот эту, допустим. Я. В принципе, пехоты-то полно. Ждем приказа. Может быть, вот этими попробовать здесь продавить? Стоп. Раньше времени, кстати. Вышел. По-моему, я его вообще сюда не открыл. Я их где-то здесь пытался поставить. Еще одного потерял, да? Тихо. Есть. Но, кстати, никто не стреляет там. Это хороший вариант. Здесь еще один Максим, тоже я его заберу себе. Пушки слушают. Здесь была какая-то позиция, попробую, может быть, тоже ее накрыть. Ну-ка. Позиция. Не знаю, что там находится. В общем-то, в принципе, здесь более-менее нормально. Так, да. Попробую пополнять. Все. В общем-то, кстати, есть такая фишка, да? То есть, когда пулеметы стреляют по окопам, то вражеская артиллерия их не кроет. То есть, я попробую сейчас это как-то продемонстрировать. Не знаю, с чем это связано. В общем, когда я играл в семерку, я обычно это использовал, ну, когда никуда не спешил. То есть очень аккуратно там зачищал, то есть не под запись, так сказать. В общем, по идее, никто меня сейчас не должен здесь обстреливать. То есть если меня не видят, то мне ничего и не сделают. Жду приказа. На связи. Майор готов. К бою готов. Какой будет приказ? Вот, кстати, хорошая демонстрация этого принципа. То есть можно, в принципе, вот так вот выйти на какой-то краешек окопа и потихоньку всех вообще выбить. То есть, по идее, здесь какая-то полевая пушка, но она не знает, куда стрелять, не знает, откуда стрельба идет. Так. Тут. Уже едем. С бою готов. В общем, надо еще где-то пополнялки боеприпасов раздобыть.
Не знаю, их нету почему-то. Автобат. Тут. Вот, вроде неплохая. Давай, пополняем здесь пулемет тогда. Разгружай аккуратно. Все, здесь вроде продавил. Ну, то есть с первого раза не получилось, но в принципе там практически ничего уже не оставалось. Наверное, тогда есть смысл продавить вот этот окоп. Он как раз ко мне выстроен, да, то есть его проще будет продавливать. Готов. Надо будет только подсветить. Раз. А? На связи. Готов. Ага. Маневру готов. Маневру готов. Да. Задание ясно. Тут и залечь. Да, еще здесь, конечно, мины меня смущают. Хорошо прилетело. Ладно, да. Я думаю, диверсантам тогда можно, наверное, просто дальше ползти немножко. Здесь вроде в окопах я выбил все. Посмотрю, попробую здесь обнаружить где-то артиллерию вражескую. Отлично. В общем, то, что я говорю, то есть пулеметы просто безнаказанно уничтожают пехоту. Так точно. Вот какая-то позиция. Ну-ка, может быть, здесь как раз и находились. Так точно. Возможно, действительно, именно здесь и находится. Давайте попробуем сюда применить управление атаки. А? Готов. Да. Чего делать? Автобат. Да, просто безнаказанное уничтожение идет, и они ничего не знают, ничего не видят. Здесь тоже, в общем-то, в принципе, есть пробита брешь, да, то есть единственная надежда их — это какая-нибудь контратака, там, допустим, какая-нибудь скриптовая, и все. В общем-то, даже пехоту вот так вот, в принципе, можно не уничтожать. Ну. Автобат. Уже едем. Готов. Здесь. Да. Автобат. Не знаю, я, наверное, все-таки еще сюда пару раз постреляю, а потом попробую на этот дот переключиться. И уже можно будет как-то сюда пробовать заходить. Не знаю, здесь наверное, ничего не будет. Хотя нет, склад есть, это опасно. Скорее всего, здесь будет какая-нибудь оборона, может быть, контратака даже. Тут вроде продавил, да, уже? Чего делать? Ну, практически уже все. Давай-ка вот так вот подойдем. По вашему приказанию. Посмотрим, что здесь есть. Может быть, еще что-то тут есть опасное. Задание ну, в общем, ясно. В принципе, вроде ничего нет. Так, осталось, кстати, совсем немного здесь. Я думаю, здесь уже все нормально. То есть никто по мне здесь не стрелял. То есть, скорее всего, здесь пушка последняя уничтожена. А, где-то здесь была зенитка еще, да? Не помню точное положение ее. Где-то здесь, по-моему. Может быть, мы дотянемся сюда? Батарея. Ладно, не дотягиваемся, значит, не буду тебя стрелять. Можно попробовать что-нибудь здесь придумать. Какие-нибудь авиацию отправить или еще что-нибудь. Ага, зенитку вижу, ладно. Да, задание ясно. Здесь вроде тоже выбито. Может, тогда пробовать сюда стрелять? Пушки слушают. Делаем! Вроде диверсант подсвечивает, не знаю. Можно, наверное, пулеметы сюда подвести. Есть. Они вроде доставать будут. Есть. Чего делать? Так, ну и пополнялки, конечно, боеприпасов, все такое. А? Еще один вот пулемет у меня есть. Он, кстати, почти достает, вот здесь не подсвечен. Окоп — это опасно. Слушай! А? Тихо. Задание ясно. Задание ясно. По-моему, тут все. Я, наверное, на всякий случай сразу тогда вот этих подведу. Блин, тут тоже попался. В общем, надо попробовать парочку подвести, которые мины снимают. Автобат. Подразделение. Готовится вот здесь на прорыв тогда. Сейчас. Уже не помню, где они все находятся. Ага, автобат. Вот она есть. Я ее, видимо, использовал для починки. Уже давай едем. Тоже сюда езжай. А? Чего делать? Я слушаюсь.
Не знаю, потенциально здесь может быть атака, контратака, да? Одна уже была. Слушай! Так, тут какая-то противотанковая пушка была. Ладно, ну, в общем, она вроде выбита. Может быть, попробовать сюда танк какой-нибудь подвести, который не жалко. Вот этих, допустим, двух сюда. Чуть поближе пулеметы. Готов. Так. Чего делать? Чуть и нет. Чего делать? Подождите, по-моему, все. Пушки слушают. По-моему, миномет все. Так, стоп. Это что-то такое. Здесь какая-то зенитка крупная находится, которая с первого раза уничтожает. Надо валить отсюда. Да, да. Вот обычно такой взрыв, это именно от зенитки. То есть от зенитки, либо какой-то там, допустим, по-моему, доты так могли делать. Противотанки, которые в семерке были. Так точно. Есть. Автобат. Давай пока снимай здесь. Уже едем. Тут. Уже едем. И тогда пробуем продавливать. Ну тут вроде ничего нету, кроме этого. Я. Есть. Ага, вот здесь какая-то есть эта пушка. Дот, кстати, не уничтожен. Ага, все понятно. Это значит была мина все-таки. Я перепутал. Про мины я забыл. Ладно, давайте продолжайте тогда навалить. Кстати, непонятно. Сестричка! Я! Где-то здесь арта, да? Вот здесь где-то, непонятно где. Скорее всего, даже вот здесь, на открытой местности. Может быть, попробовать тогда проползти диверсантом. Так точно. И посмотреть, что да как. Сильно не рисковать. Давайте-ка, наверное, тогда вас просто отведем назад. Так. Здесь вроде выбит. Сейчас снимаем здесь мины тогда и попробуем пехоту сюда продвинуть. Здесь пехота займет позицию. Так, нужно обязательно накрыть здесь артиллерию. По вашему приказанию прибыл. Задание ясно. Непонятно. Я думаю, где-то здесь находится. Есть. Есть. Да, то есть где-то тут она находится. Может быть здесь. Кстати, да, действительно, склад же здесь. Скорее всего, значит, вообще вот здесь вот. То есть показывает, конечно, здесь. Ну, непонятно вообще. Ладно, пусть диверсант ползет. Я тогда здесь тоже буду пока готовиться. По вашему приказанию прибыл. Так точно. Тут и залечь нет. Готов. Думаю, пехоту можно попробовать протащить вперед. Пусть бежит, занимает вот этот лес. Есть. Пулеметы вроде тоже есть. Проблем быть не должно. Я. Тихо. Есть. В общем, непонятно. Я все-таки думаю, что где-то вот здесь вот находится позиция артиллерии. Потому что, ну, зачем? Зачем так далеко таскать боеприпасы от склада? То есть, прямо здесь и остановить. А просто канонада вот отсюда показывается. Может быть, наводчик здесь какой-нибудь или еще что-нибудь. Автобат. Ага. Тут. Ну, в общем, здесь я, скорее всего, буду бомберами крыть, не знаю. Им лететь далеко, истребителям намного проще будет долететь, то есть им меньше радиус, ну, преодолевать, да, то есть меньше лететь. Кстати, вот, вижу противника первого. Так точно. Возможно, я все-таки действительно ошибся, возможно, она где-то здесь. Да, вот, смотрите, раз, два, да, они, значит, вообще вот здесь где-то. Задание ясно. Но они ездят на склад. Ладно, сейчас диверсант моих подсветит. И попробую бомберами все-таки накрыть. Боги войны, тот, арта вроде моя. А нет, арта, кстати, накрывает. Можно попробовать развернуть. Б4 мои. Так. Пехота, кстати, вроде нормально, без проблем дошла. Да, так точно. Занимаем здесь позиции. Ждем тогда. Приказа. Максимально широко постараемся. Здесь. Слушаюсь. Здесь. Так. Потом.
Мины вроде сняты, так, пулеметы сперва подведу. Так, точно! Чего делать? И можно будет, в принципе, даже танки уже подводить. В принципе, да. Давайте выезжаем сюда на позиции. На связи. Тут. Уже едем. А? Я. Так, точно. Здесь. Готов. Так, точно. Все, отлично. Здесь вроде вышел на позиции. Попробуем тогда танк тоже поближе подвести. Если будет какая-то танковая атака, то мы это увидим. Здесь, в принципе, арта, она до меня точно не добивает. Задание можно, наверное, ясно. Попробовать тогда Б4 использовать, чтобы здесь накрыть максимально широко. Вот так вот буду бить. Так. Вот так вот Б4 буду использовать. Наверное, я хотел здесь использовать бобер, но, видимо, не буду тогда. И так будет нормально. Маневр готов. Исполняй. Слушаю. Чего делать? Бой готов. Сейчас. Так, и мне хотелось бы, конечно, захватить вот этот склад себе. Я боюсь, что все-таки действительно придется полностью все позиции здесь продавить, поэтому я, наверное, сюда потом попробую. Арт-позиция. Попробую залезть. Да. Есть. Сперва вверх, да, пойду. Здесь может быть какая-нибудь пехота с пулеметами будет работать, не до больше. Приказа. Как-то так. Давай, наверное, прибыл. Вот этот пусть вниз ползет, здесь подсвечивать тогда. Так. Маневру готов. Вот здесь у меня еще тем более есть ребята. Я думаю, может быть, противотанковые пушки, они как бы не особо в бою участвуют. Сюда подтянуть, да, здесь они могут пригодиться, есть. Если будет какая-нибудь контратака. Так, стоп, что это такое? Стой на месте. Финский солдат какой-то неприятный. Есть. Ага, еще вижу арту. Ладно, попробую вот сюда выползти. Тогда Б4 пусть накрывает вот этот вот кусок максимально широко. В общем, противотанки пушки туда подведу. Танки буду использовать для маневрирования. Вправо-влево пусть двигаются, там, где они больше нужны. А противотанки пушки пусть держат позицию тогда. Арт-позиция. Выполняем. Артиллерия на связи. Приказ связи. Маневру готов. По вашему приказанию прибыл. Здесь что-то есть. Пушки слушают. МЛ достает. Наверное, тогда пусть есть. Стреляет. Пофиг, не буду ее уже как-то выбивать пехотой. Батарея. Не буду экономить, надо уже, наверное, уровень все-таки подходить. Ну, заканчивать. Пусть к концу подходит. Так, вы давайте сюда. Автобат. Ага. Тебя, наверное, на пополнение вот этого миномета, хотя он, наверное, тоже особо не нужен. Маневр готов. Тут я вроде выбил все. Вот сюда надо будет пробовать тогда идти. Батарея. Кстати, довольно быстро. Делаем. Может быть, пулемету сюда есть смысл подтянуть. Вот здесь, допустим, пусть парочка остается пулеметов, да, я попробую подтянуть. Блин, больше нету никаких здесь пулеметов. Ладно, попробую один хотя бы подтянуть, вот этот вот. Пусть сюда идет, здесь будет пробовать тогда наводить порядок. Тихо. Есть! Вроде выбито. Есть! Здесь вот кто-то сидит. То есть его надо пехотой как-то пытаться продавливать. В принципе, я не вижу здесь большого какого-то количества противника. Может быть, попробую тогда пехотой задавить. Вот у меня вот здесь есть целая куча пехоты. Пехота на связи. Попробовать ими что ли залезть. В общем-то, арты нету больше. Именно арта меня здесь выбивала, вот здесь вот эту позицию. Можно попробовать продавить тогда вот здесь вот максимально широко. Парочку тогда танков тоже сюда. В общем, пусть, если что, готовится потом отражать. Бою готов. Здесь атаки. Так, пулеметы. Батарея. Есть. Батарея. Отставить. Так, пулеметы все равно, да, конечно, нужны. Чего делать? Вот, два. Есть. А? Их буду использовать. Этот тогда, наверное, не нужен уже. Пусть тоже сюда куда-то ползет. Есть. Готов. Есть. Чего делать? Тихо. Здесь. Жду приказа. Есть. Автобат. Артиллерия на связи. Выполняю. Здесь. Может, вот это починить тогда? Да. Наверное, починю, да, пусть. Я готов. Он пока ничего не делает, конечно, но не стоит его подрезанным держать. Мало ли, что здесь произойдет. В общем, здесь тогда пробую вот так вот пройти.
задавить вот этот вот, какой-то здесь камуфляжная сетка была вот тут, продавить и забрать вот здесь вот в тыл зайти, потом, может быть, продвинуть сюда какие-нибудь танки свои. Ждем приказа. Есть. Готов. Не знаю, боюсь, что здесь какая-нибудь контратака будет, конечно. Не хотелось бы потерять диверсанта. Выполняем. Ладно, как-то так. Все. В общем-то, я думаю, все нормально. Б4 все еще здесь наваливает. Ну, наверное, ты уже не нужна здесь. Приказ ясен. Разворачивайся тогда сюда, посмотрим, может быть, здесь кого-то можно подсветить. Пусть тогда вот сюда бьет, тогда в этот дот. Потом, если что, здесь еще навалимся. Здесь у меня тоже группировка большая. Так, ну я думаю, здесь уже можно нападать. Поехали. Вот как-то через лес пойдем. К бою готов. Исполняй. Здесь. Маневр готов. К бою готов. Этот дот пока не трогаю. Не знаю, он вообще рабочий, нет? Ну-ка, может быть, подойти попробовать, посмотреть. Может быть, его выбили? Да, все-таки здесь еще кто-то есть. Наверное, тогда заляжем, посмотрим. Плюс подтяну сюда пулемет. Ага, еще, кстати, этот. Начался снег. Это плохо, то есть дальность стрельбы пулеметов не очень большая будет. Давайте-ка вас сюда. В домишках никого не было, это хорошо. Может быть, парочку отправить на штурм? Задание ясно. Так точно. Готов. Ждем приказа. Здесь кто-то сидел. Вот он, да, пулемет. Отлично, плюс один пулемет. В общем, иду к складу. К складу, потом здесь попробуем зажать. Вот сюда как-то пройти. Маневр готов. Исполняй. Здесь может быть какая-нибудь контратака, поэтому я, наверное, танки сперва здесь разверну. Блин, этого почти выбили. И тут вроде никого вообще нет. Так, и попробуем тогда сюда заходить как-то. Вокруг вот так вот обойдем. Нормально. Я думаю, парочку танков здесь оставлю. А вот эти два пойдут вот эти доты выбивать. Ну, блин, я все еще думаю, что здесь нужно вообще полностью линию пробивать, поэтому я на них нападаю. Хотя вообще-то не хотелось бы. Хотелось бы сразу вот сюда зайти и чтобы здесь закончилась уже эта задача. Да, здесь, кстати, это снег идет, поэтому такая фигня происходит. Артиллерия на связи. И никто, кстати, не достреливает из-за этого. Есть! Что это такое, интересно? А, это вражеская. Все, понял. Я думаю, что за нафиг? Почему я не могу ее выбрать? Это та, которая вот здесь была. Давайте здесь, попробуем выстроиться. Как-то в линию. И попробуем вот сюда зайти. Так. Наверняка вот здесь вот мины были. Да, вот я, кстати, вижу. Частично. Стоит ли сюда тащить, допустим, диверсанта? Не знаю. Опасно, наверное. Да, я думаю, здесь больше ничего и нет. То есть, кто здесь будет обороняться, если здесь такой простреливаемый, да, простреливаемая область. Никто, наверное. Кто-то в меня все-таки здесь стреляет. Блин, ладно. Ну, в общем, опасная там местность, я это уже вижу, то есть непонятно, как ее брать. Попробую тогда танками сюда заехать. Пехота на связи. Возможно, стоит штурмануть. Попробую вот эту штурмануть, вот эту штурману, а вот эти попробую уже как-то отстреливать, не знаю. В принципе, потом можно будет и вот сюда зайти. Я не думаю, что дальности им достаточно будет, чтобы здесь отрывать. В общем, танки сюда идут. Этот дот до сих пор не взят, кстати. Ну-ка посмотрим, может дострелить кто-то. Давай. Раз вы достреливаете, давайте. Лупите по нему. Батарея. Боги войны тут как тут. Батарея на связи.
почему-то не стреляет. Есть. Прямой наводки нет, в смысле не показывает курсор, что здесь можно стрелять. Танкисты докладывают. Остановлено! Ждем приказа. Вы тогда, наверное, тоже бегите сюда, я не знаю. Не очень, наверное, это хорошая идея, но... Ладно, фиг с ним. В общем, просто задавим их. Просто бегите и забирайте. Ладно, и диверсанта, наверное, тогда уже сюда, на этот фланг переправляю. Будем уже готовиться брать другой. Отлично, здесь вообще взято все. Я думаю, здесь много народу потеряю. Надо готовить пополнялки тогда. Автобат. Машина на связи. Так, две всего. Ага, вот три. В общем, они будут пополнять тогда вот эти мои отряды. Ладно, здесь тоже вроде продавили. Идем сюда, пробуем тогда здесь тоже пройти и, может быть, задавить. Кстати, вот этого вообще обстрелил нормально. Дотянулись мы его своими зажигательными смесями. Пехота на связи. Только-только уровень поднял, и уже, блин, все. Не, ну, кстати, довольно быстро мы ее выбили. Здесь быстро выбили, здесь. Давай-ка, выходи. Ждем приказа. Все вместе погнали. По-моему, все, да, он выбит. Отлично. Идем сюда, пополняться. Даже, наверное, по пути вот этот еще, что в моем. Боги войны тут как тут. Стоит ли вот эти забирать трофеи? Наверное, не знаю. Наверное, стоит, конечно. Слушай. Так. Танкисты докладывают. Танкисты на связи. Вы давайте сюда тоже на позицию выезжайте. Полняй. Готовимся уже вот этот кусок тогда дожимать. Ну да. Здесь. Ну здесь сейчас штурманем. Этого надо починить. На что жалуетесь? Тут. Готов. Слушай. А? Блин, неужели не берется? Видимо, придется танками здесь бить. На связи. Не знаю, как это работает, почему-то иногда бывает последнего он не убивает. Я вроде столько народу сюда затащил. Давайте сюда выходите. Чего делать? Есть! Да, командир! Артиллерия на связи. Так точно. Артиллерия на связи. Я. Ага. Не знаю, что здесь делать. Как его вот выбивать? Видимо, как-то вот так вот, да? То есть пусть тогда танки пробуют его выбивать. Ладно, вы давай тогда идите сюда снимать. Уже едем. Снимать мины, наверное, больше толку никакого нет. Сейчас. Один последний остался, вот как его убить, фиг его знает. Может быть, огнеметный танк попробую подойти, кстати, да. Попробую, у меня здесь была целая куча огнеметных танков. Пусть они что-нибудь придумают. На связи. Вот, два огнеметных танка, давай сюда. Хорошо. Пулеметы вроде вплотную стоят. И он, поди, наверняка еще сейчас будет отстреливать моих. Не знаю, ладно, в общем, наверное, тогда будут тогда его крыть, что ли, это... B4, да, ML-20. Я тогда вот сюда буду тогда думать пробираться. В общем, все еще, кстати, снег идет. Это, наверное, плохо. А? Ладно, вы пополняйтесь. Давай-ка вас тоже есть. Возьмем. Тихо. Какие-то позиции, кстати, я здесь обнаружил. Ладно. Есть. Пока что ползем.
Смотрим, что будет дальше. Не знаю, не берутся. Давайте тогда просто разбомбим его. Разбомбим его тогда просто артой, постараемся. К бою готов. Так точно. Что делать? Да, командир. Хорошо. Маневр готов. Я не понимаю, он вроде выбит и вроде нет. Бой готов. Хорошо, да, командир. Маневр готов. Окопали. Какие-то здесь сильные позиции противника. Есть. Просто пулемета, ну, кстати, не так уж не такие уж и сильные позиции. То есть я думаю, здесь будет попроще уже брать. Блин, как вот тебя выбивать, интересно? Не знаю, может дождаться, пока снег, ну, спадет. Автобат, сейчас! Тут. Ранили меня! Тут? Ага. Будет как надо. Маневр готов! Какая жесть, а? Батарея! Есть! Ладно, смотрим. Наверное, думаю, уже бригаду новую посылать сюда. Просто здесь попробуем вдоль пройти. Так, что здесь может быть? Я, наверное, думаю, лучше вдоль леса тогда проходить, как-то пытаться. Как-то вот здесь вот проходить. Я! Чего делать? Этого надо, кстати, починить. Тут! Ты давай же сюда чинить. Наверное, пока что немножко все-таки подожду. Так. На связи. Да, командир. Есть. Батарея. Есть. И, наверное, попробую еще здесь трофеи какие-то собрать. Не знаю, нужны они мне или нет. Раз уж они есть, то пофиг. Пусть собираются. Товарищ команда. Жду приказа. К маневру готов. К маневру готов. Будет сделано. Ладно, поехали. Есть. Поехали нападать. Есть. Сразу же на зенитку нарвался. Ладно, выбиваем ее. Довольно быстро было. Ладно, идем вперед. Артисты докладывают. Есть. Готов. Есть. Чего делать? Боги войны, тут позиция. Чего делать? Чего делать? Готов. Есть. Боевый готов. Боевый готов. Боевый готов. Боевый готов. Да, командир. Есть. Где-то минометы. А нет, стоп, арта очень сильно бьет. Интересно, где здесь может быть арта? Вот этот кусок мне нравится для арты. Он довольно открытый. Но есть у меня сомнение, что бомберы сюда вообще долетят. Ну, может быть, попробовать? Все равно я ничего не теряю, да? Есть идея попробовать десант куда-то сюда скинуть. Но я думаю, они тоже не долетят. Так, кто-то жестко здесь накидывает. Ладно, нормально, вроде неплохо здесь
продавил. Попробую тогда отойти на пополнение. Доты все-таки тяжело будет брать. Наверное, надо их будет спереди как-то заваливать или еще что-нибудь. Так, по-моему, я, кстати, здесь еще даже пулемет потерял какой-то. Ты тогда ползи вперед, посмотришь, что здесь есть. Так, или может быть вас оставить? Пулеметы, наверное, как раз оставят. Чего делать? Посмотрим, доползут ли мы или нет. Здесь где-то зенитка, да? Я ее вроде хотел выбить. Вот она, да? Вот здесь вот зенитка, по-моему, была. Здесь, кстати, выбил. Ладно, это нормально. Попробую тогда вот эту штуку подтянуть куда-то поближе, да? Тут меня вроде не стреляли. Попробую сюда подтянуть. Отсюда обстрелять вот этот район. Угу. Нашел еще одну. Здесь и здесь. Давайте, ребята, долетайте. Кстати, здесь, по-моему, две позиции, да? Возвращаемся на базу. Ошибся я. Значит, здесь была арта. Так, одна зенитка. Ну, тут, кстати... А может быть, все-таки можно высадить десант? Не знаю, рискованно, конечно, это было бы, но можно было бы попробовать. Тут тоже практически выбит. А ну-ка пулемета сюда подтяну поближе. Все еще идет этот, блин. Снег, это очень плохо, то есть дальность стрельбы очень сильно уменьшается. То есть, как только он, ну, перестанет идти, это что такое? Все, я выбил здесь дот, отлично. Давай-ка разворот сюда. Пулеметы тоже сюда. Может быть, даже попробуют продавить. Здесь небольшой отряд пехоты есть. Да, действительно, пойдем вот сюда продавим. И здесь займем позицию. Здесь, кстати, двое всего сидят. Их тоже не будет проблемы продавить. Здесь вот один, конечно, есть. Его будет проблемы продавить. А здесь мы выбили. Боги войны, тот как тут. Пушки слушают. Пусть пока сюда тогда наваливают. Батарея на связи. Орудием. Маневру готов. До сих пор не могут выбить. Я не знаю, что с ним делать, блин. Попробую еще раз штурмануть, что ли. Кстати, тут даже не штурмуется. Офигеть, я не знаю, что здесь делать. А если не сработает, кстати, скрипт? Это было бы вообще просто жесть. Блин, а мои бомберы это шикарные. Я думаю, не стоит. Не стоит тогда их беречь. Ладно, здесь занимаем вот эти позиции. Вижу противника. Давайте попробуем, наверное, сюда тогда наваливать. Пока атаки нет, пусть сюда бьют. Пулеметы давайте тоже сюда куда-то. Чего делать? Готов. Так точно. И сюда нужны боеприпасы. Да, давай вот ты боеприпасы тащи. Блин, как вот тебя убивать? Ну это просто жесть какая-то. Слушай! А? Здесь! Так точно! Маневр готов! По-моему, танки здесь немножко в него стреляли. Наверное, все-таки придется тогда здесь пару танков поставить. Добро. Пусть они выпят, может быть, что-нибудь случится, и все-таки они его убьют. Так, стоп, ого, понятно, здесь еще один дот, но он фланговый, это хорошо, кстати. Возможно, стоит тогда его обстреливать. Я его как раз вижу. Готов. 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 Тут вроде нормально идет. Да. Ага, здесь идет контрбатарейная борьба, ладно. Пока не будем стрелять. Следующий бомбер, когда появится, сюда накроем, вот здесь они находились. Что тут у меня? Тут у меня, кстати, батарея. Тоже арта есть. Ну, такая слабенькая. Ура! Позиция. Думаю, можно, наверное, тогда, пока здесь идет обстрел, пока я здесь вражеские эти,
ну, уничтожение вражеской артиллерии. Можем попробовать сюда навалиться. По вашему приказанию прибыл. Задание ясно. Зенитка, ничего, в принципе, страшного. Есть. Попробуй сюда какие-то пулеметы, что ли, подтянуть. Так точно. Чего делать? Артпозиция. Тут. Ага. Я. Ага. Как-то так, блин, и они не стреляют уже. Не стреляют по нему, раньше стреляли. Артисты на связи. Какой будет приказ? Не знаю, ничего не происходит. Очень сильно мне это не нравится. Батарея? Батарея. Я. Блин, не знаю, что делать. Ладно. В общем, выполню все точки, зачищу, да, и посмотрим, что будет. Ого, здесь моя противотанковая пушка стреляет. Я вообще планировал, что здесь будет стрелять мой пулемет. Танкисты на связи. Будет сделано. Здесь какой-то склад. Ну, в общем, здесь точку точно надо брать. Значит, я буду ее брать сейчас. Есть. Поехали. Готов. Пехотные отряды, кстати, немножко проредели. Но я вот здесь вот доберу. Так точно. Готов. Есть. Батарея. Приказ ясен. Батарея на связи. Какой будет приказ? И, в общем, тогда здесь штурмуем. Кстати, противотанковое орудие вижу. Чего делать? Есть! Танкисты на связи! На связи? Так точно! Ты, наверное, тогда сюда уже ползи. Здесь, ага, миномет вижу, здесь противотанковая пушка знаю. В общем, здесь, когда будем нападать, танками их выйдем. Постараемся. Артиллерия на связи. Выполняем. А? Жду приказа. Готов. Есть. Я. Есть. Да. Есть. Я. Готов! На связи! Хорошо! Бою готов! Поехали! Думаю начать отсюда. Есть. Я! Тихо! Задание ясно! Да? Да? Здесь же у меня диверсант был. Так, ладно. Блин, как вот эту-то брать? Что за нафиг? Может быть тогда отъедем отсюда, что ли? Не подведем! Есть! Уже едем. Попробую, может быть, вот этого использовать сюда. Подтащить. Может от него какой-то толк? Чего делать? Есть! 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 Чего делать? На связи. А? Задание ясно. Какая-то вроде контратака небольшая. Давайте, надо быстро выбить, иначе сейчас мне там убьют. Здесь очень серьезная какая-то контратака. Есть подозрение, что здесь мне танк все-таки выбьют. Так, что по пулеметам? Пулемет я забыл подтащить. Ладно, чуть вперед вас. Готов.
Ладно, думаю, нормально. Нормально, небольшую разведку боем сделали. Можно, наверное, отступить. Пополниться по-быстренькому. Как-то автобат. Так. Здесь будем пополняться тогда. Автобат. Уже едем. Тут. Ага, поддержка с воздуха. Отлично. В общем, сразу сюда отправляю тогда бомберы свои. Последнюю здесь позицию арты накрываем. Здесь, в общем-то, кто-то стрелял тоже. Но, в общем, не такая дальнобойная здесь была арта. Так. И давай ползи дальше. Показываем здесь позиции противника. В общем, будем их тоже выбивать как-то. В общем, я думаю, здесь надо обстрелить вот так вот как-то. Артиллерия не знаю. Связь, точно. Не вижу другого способа здесь вообще как-то убить этого последнего мерзавца. Есть. Нет. Так, вы, наверное, тогда тоже здесь где-то оставайтесь. Единственное, только тебя я подтащу сюда назад, чтобы тебя починили. Какой будет приказ? Блин, вот что с этим делать? На связи. Где-то тут был у меня танк, да, который этот, телеуправляемый. Непонятно, где он. Жду приказа. Есть. Есть. Здесь, кстати, я выбил. Ну-ка посмотрим, может быть, тогда ты дотянешься сюда? Нет, не дотягивается. Ладно, тогда не будешь стрелять. Я. Сейчас. Я. Есть. А? Кстати, один сбитый. Не знаю, это новые. Ну, наверное, старые все-таки. Не старые вот эти вот модели, да? Ой, блин, не новые. Какие-то старые. Не знаю, вроде раньше я такого не видел. Видел истребители всякие, все такое. Возвращаемся на базу. Неужели здесь была всего одна пушка? Чего я ее, интересно, боялся? А бомбер убит, кстати, один. Ладно. Ладно, в общем, здесь пополняемся. Что слушаю тут у меня? Вас. Так точно. Жду приказа. Есть. Танкисты докладывают. Бой готов. Маневру готов. Да, готов. Готов. Да. Задание ясно. Здесь какие-то прям серьезные сооружения, есть. Блин, не знаю. Но я думаю, сперва нужно продавить как бы вот сюда, к краю карты. Вот здесь, кстати, тоже какой-то бункер. Здесь второй, блин, кстати, тяжело будет брать. Наверное, значит, все-таки сюда придется идти. Есть. Даже, наверное, вот так вот как-то в лоб, что ли. Не знаю, и тут по-любому позиции еще крупные, да, какой-то артиллерии полевой. Минометы всякие, может быть. Ну, наверное, действительно, стоило сперва вот эту часть продавливать. Чего делать? Ждем приказа. Сейчас. А? Есть. Я. Сейчас. Есть. Да. Я. Да? Что? Так точно. Блин, да жестко. Готов. Давайте тоже его забираем. Может быть, здесь мины или что-то такое? И вот она связь. Ага, еще вот этот был нельзя. Я совсем забыл, что у меня вот здесь вот еще был один. Ну, здесь я очень много потерял всего. Да, прямо очень много, не знаю.
В общем, уже просто уже все, да, концентрация кончается. Хочется уже быстрее закончить. Все, здесь вроде взяли. Давайте тоже вот сюда дожмем. Последний кусок. Здесь какая-то стоп-зенитку надо обязательно взять. И уничтожить. Ладно, здесь готово. Дожимаем тогда вот этот последний кусок. И, в общем-то, я боюсь, что вот как вот этот уничтожить, я фиг знает. И есть подозрение, что не сработает нифига. Скрипт. Кстати, здесь по-прежнему еще арта стреляет. Попробую еще раз бомберов сюда отправить. Здесь вроде тоже взяли. Ну вот, да. То, о чем я говорил. То есть, что делать, непонятно. Ладно, буду тогда просто накрывать здесь и все. Я не вижу как-то других способов. По вашему приказанию прибыл. Что здесь можно сделать? Опять же, тоже позиция довольно серьезная. Плюс еще нужно брать. Может быть, кстати, тогда это на третью часть оставить, не знаю. Гадину! Я! Слушаюсь! Машина на связи! Да. Так точно, товарищ командир. Тут? Ага. Нет, ну серьезно, как брать-то эту штуку? А? Так точно! Автобат! Танкисты на связи! Нас? Я! Блин, как вот тебя убивать? Арт-позиция! Батарея на связи! По идее, дот уничтожен. В него войти нельзя. Не знаю, может всякими минометами начать тут обстрелить, еще что-нибудь. Артиллерия на связи. Надеяться, что уничтожит там случайно как-то. Батарея. Орудием. Батарея. Орудием. Арт-позиция. Я тут еще планирую, в принципе, выполняю. Попробовать вот сюда еще пройти, да, здесь были батарея. Какие-то грузовики, может быть, вот здесь вот немножко зачистить пехотой. Может быть, тут еще что-то осталось. Слушаюсь. И все, в общем-то, каких-то других идей у меня нету. Тихо. Есть. Арт-позиция. Есть. Батарея. Да. Уже едем. Блин, ну я не знаю. Ладно, в общем, пробую здесь тогда пехоту еще раз пройтись. Чего делать? Слушай. Вот этот кусок, наверное, как-то, не знаю, зачищу, что ли, и все. И других идей у меня нет. Так точно. Арт-позиция. Орудие. О, вот это да. Ладно, в общем, повезло. Повезло мне, все-таки уничтожил я его как-то, не знаю. Как? Ну, скрипт не срабатывает. Значит, здесь еще что-то есть такое, что нужно подчистить. Вот я, наверное, тогда вот этим иду, ребятами. Чего делать? Здесь. Как раз смотреть, что здесь есть. Ну, думаю, да, может быть, вот этот вот грузовик последний остался, и скрипт, по идее, должен сработать. Надеюсь, на это, во всяком случае. Делать. Нет, почему-то не срабатывает. Ну-ка посмотрим. Вторая линия обороны.
устраивали, ну, ликвидируйте врага грамотным мандёром своих войск. Вроде все зачистил. Ну-ка посмотрим, может быть, вот здесь что-то еще осталось. Попробую как-то вот так вот пройтись. Вот здесь, кстати, хороший вариант, наверное, обойти, да, вокруг вот так вот. Не знаю, возможно, здесь действительно опасно нападать в лобовую атаку. Да, блин, тут тоже никого нету, не знаю. Здесь. Что тут такое, миномет? Давайте его выбьем. Давайте тогда и противотанковую пушку, что ли, забьем. Какой-то есть пулемет, его тоже, наверное, попробую подрезать. Кстати, я могу здесь выйти вроде даже. Но они почему-то не стреляют. По идее, они его видят, но они в него не стреляют. Ладно, стоит ли дальше нападать? По-моему, неплохая засада получилась. Ну, не засада, а нападение, да, такое внезапное. По-моему, все отлично. Ладно, поддержка с воздуха есть. Еще раз отправляю сюда бомберы. На крыло. Здесь, в общем, в принципе, я бы сказал, вообще прям отлично получилось зайти. Давайте выбьем все здесь, что стреляет. Давай-ка и тебя тоже. А, стоп, понятно, здесь дот. Но он, кстати, по-моему, сюда направлен. То есть давайте попробуем вот этого закидать гранатами. В общем, какая-то мутная здесь схема идет. Ладно, не будем ничего делать. Сразу иду тогда на пополнение. Не срабатывает скрипт. Видимо, значит, вот это тоже является частью обороны, второй линии обороны, да? То есть я ее сейчас тоже, наверное, тогда буду давить. Здесь у меня, в принципе, все отлично. Огромное количество пехоты здесь есть. Есть танки. Танкисты докладывают. Здесь отлично мне удалось зайти. Попробую потом тогда здесь навалиться. По-моему, здесь еще у меня были где-то пулеметы, но что-то пулеметов я не вижу. Артиллерия на связи. Да, пулеметов нет. Понял, ладно, в общем, готов. Есть танки. Исполняй. Попробую продавить здесь в лоб. Здесь, может быть, пополнить тогда боеприпасы, что ли? Ага. Солдат. И дожать. Вот это, наверное, все-таки действительно тоже вторая линия обороны. Вот она, последняя. Я надеюсь, они ее выбьют. Нормально. Два бомбера, кстати, всего осталось. Ждем приказа. Не очень это, наверное, хорошо. Давайте сюда. Здесь, в принципе, кстати, вообще прям очень отлично все. Большая группировка. Я думаю, не будет здесь проблемы продавить вот этот вот кусок. Хочу, кстати, попробовать все-таки с двух сторон навалиться. Готов. Вы давайте, ребята, тоже сюда идите. Здесь займете позицию. И потом попробуем вниз пролезть. Готов. А? Готов.
Чего делать? Готов. Я. Чего делать? Батарея. Приказ ясен. Батарея. Выполняем. Арт-позиция. Арт-позиция. Выполняем. Артиллерия на связи. Чего делать? Ладно, в общем, бригаду собрал, поехали. Отсюда попробуем навалиться сюда, отсюда попробуем вот так вот вот пройти. И потом все вместе здесь попробуем задавить. Вот здесь мне не очень нравятся позиции, не знаю, как их выбивать. В общем-то, грубо говоря, просто тупо пехотой придется заваливать артиллерии, потому что у меня здесь нету. Подтягивать я ее не хочу, слишком долго. Выполняем. В общем-то, видимо, придется только пехотой давить. Выполняем. Бою готов. Пехота на связи. Есть. Маневру готов. Здесь. Ага. Я. 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 Ага. Я даже думаю насчет того, чтобы, допустим, вот здесь вот пройти вдоль и вот сюда выйти. И, возможно, даже сперва взять вот этот город. И так только потом уже вот эту позицию. Тут. Сейчас. Сейчас. Все, вроде нормально. Чего делать? Думаю, надо уже штурмовать. Поехали. Светите ее. Давайте быстренько выбиваем. Отлично. Идем. Кто-то выбивает мои танки. Может быть, это были, конечно, мины? Не уверен на 100%. А, все понятно. Дот был этот. Противотанковый. Это очень плохо. Я этого как-то упустил. Надо быстро бежать тогда, забивать противника. Блин. Вот это, кстати, ошибка была очень серьезная. Не знаю, сейчас смысла, наверное, возвращаться уже нету. То есть я еще больше потеряю, наверное, всего. Кстати, вот здесь еще один пулеметный, ё-моё. Вот это, кстати, тоже супер ошибка была. Пробуем тогда танками просто максимально быстро вперед сюда выходить. За пределы действия. Готов. Так, кто-то здесь вот здесь, противотанка пушка, скорее всего. Я потеряю сейчас здесь вот так. Минус один.
Ладно, несмотря на то, что я вроде как здесь продавил, в общем-то, в принципе, атака это была очень плохая. Попробуем тогда отойти, что ли. Я, по-моему, тут очень много всего потерял. Уж пехота-то точно много потерял. Ладно, здесь пока вроде более-менее нормально. Здесь противотанковая пушка. Попробуем здесь обойти тогда как-то. Тоже пехотой задавить. Дот фланговый, дот фланговый. То есть отсюда надо нападать. Ладно, в общем, здесь тогда пополняемся. Слушаюсь. Раз, два, три танка потеряно. В общем, в принципе, кстати, не так уж и плохо. Так точно. Готов. Здесь. Я. Автобат. Сейчас. Бою готов. Делай. Стрелять нечем. Маневрую готов. Жду приказа. Маневрую готов. Танкисты докладу. За Родину! Готов, слушаюсь. Я. Чего делать? Сейчас. Готов. Я. Сейчас. Держи боеприпасы. Готов. Слушаюсь. Да. Не подведем. Какой будет приказ? Какой будет приказ? Чего делать? Здесь. Пехота на связи. Я. Задание ясно. Бою готов. Маневру готов! Хорошо! Маневру готов! Думаю, дальше давить. Чтобы время зря не терять. В принципе, здесь у меня очень серьезное преимущество по всему, по пулеметам, по пехоте, по технике. Здесь надо только выбить, как-то постараться пушку противотанковую. Здесь что-то тоже находится. Здесь, кстати, тоже что-то находится. Здесь, здесь. В общем, много потерь будет, скорее всего. Пофиг, идем. Так точно. Есть! Так точно. А здесь вообще пулемет был. Тогда непонятно, кто меня здесь выбил. Ага, вот зенитка, наверное, выбивала. Ладно, давайте жмем. Какой будет приказ? Доступна поддержка с воздуха. Интересно, куда ее можно было бы применить? Два бомбера, здесь где-то были зенитки, я не помню только где. Ну, наверное, где-то вот здесь, вот и вот здесь вот, да? Попробую вот этот, наверное, кусок накрыть. Вот так вот более широко. Чистого неба! Маневр готов. Чего делать? Так точно! Слушаюсь! Вот она, противотанковая пушка. В общем, попытаемся ее быстренько тоже пробить. Точно. Думаю, даже отсюда кого-нибудь еще тоже притащить. Ладно, в общем, вот этот вот дот, он не будет меня стрелять. Он сюда направлен. Вот этот будет. Вот здесь нужно как-то попробовать продавить. Пока что, наверное, встану. Попробую сюда подвести пулеметы, чтобы они вот этот вот окопа, вот эти окопы обстреливали. Сам попробую штурмануть этот дот. Так, танки, наверное, тоже давайте выдвигайтесь сюда. Так, где, интересно, все мои пулеметы? Пулеметов, в общем-то, в принципе... А, вот этот вообще даже без этого, без боеприпасов. В общем, не так уж и хорошо здесь все. Бой готов! Какой будет приказ? Чего делать? Что-то тут такое есть. Так точно. Ну, скорее всего, не минометы, потому что никто меня минометами здесь не накрывает. Какой-то пулемет, да? Есть.
Все, вы тогда берите дот штурмом. А мы здесь как-то сами попробуем навести порядок. Что-то здесь еще есть. Так, ну-ка, что тут у меня? Ага, зенит. Ну, я правильно предполагал, что здесь зенитка. Я сейчас думаю, вообще скопление всего. Поэтому я здесь полностью все накрыл. Отлично, даже танк выбил какой-то. Все, теперь давайте этот штурмовать. Все нормально. Или нет? Почему-то не срабатывает скрипт опять. Очень сильно мне это не нравится. Попробую здесь вот так вот вдоль пройтись. Я не знаю, что еще делать, чтобы скрипт сработал. То есть я же вроде все здесь зачистил. Здесь вроде зачищено, здесь вроде тоже. Непонятно, здесь тоже вроде прошло. Тут миномет еще стреляет. Позиция. Непонятно, в общем, что происходит. По идее, должна быть взята точка. Ладно, в общем, пока оставляем. Я слушаю. Я. Не знаю, что еще делать. Здесь тогда попробуем навалиться, тоже занять вот этот город. Какой будет приказ? Так, ладно, здесь были мины, это плохо. К бою готов. Занимаю позицию. Блин, мин-то много. Блин, хочется уже быстрее закончить тут все. К бою готов. Так точно. Какой будет приказ? Исполняй. Чего делать? Отлично, в общем-то все. Выполнена задача. Вторая. Надо попробовать добивать тогда последнюю. Захватить деревушку. Да, кстати, именно она сейчас следующая моя цель. Я думаю, я сюда все вообще, все, что у меня есть, подтащу. В общем-то, просто тупо буду сейчас уже закидывать как бы мясом. Надо заканчивать уже побыстрее. Вот еще пополнялки пусть сюда едут. Так, где-то здесь были вроде эти чинилки еще. Давайте тоже сюда. Попробуйте снять тогда мины, не знаю. Чтобы не мешало мне пополняться тут. Батарея на связи. Орудие. Артиллерия на связи. Автобан. Живо. Жду приказа. Вроде здесь довольно такая простая должна быть миссия. Здесь где-то была зенитка. Может быть здесь, по идее, всего пара окопов. Ну, может быть, дом. Ничего страшного вроде быть не должно. Тем более артиллерия вражеская будет. Думаю, можно просто тупо навалиться. Будет. К бою готов. Какой будет приказ? Через мост, наверное, не стоит лезть, да? Интересно, здесь можно пройти? Вот попробуем один какой-нибудь пехотный отряд сюда отправить. Может быть, здесь тоже тогда параллельно какую-нибудь атаку провести? Пока они там готовятся? Не знаю, блин, в лоб атаковать очень не хочется. Здесь, в общем-то, вроде я немножко прорядил оборону. Можно попробовать отсюда будет навалиться. Здесь всего один дзот. И потом уже здесь как-то по чуть-чуть двигаться тогда туда-сюда. Можно даже вообще со всех сторон напасть, даже отсюда, оттуда. Как бы не экономя, да, все, что есть. Смотрите, здесь тоже полно всего. Здесь же обороны уже нету, можно там, наверное, просто взять и это. Приказ ясен. И просто сюда переползти всеми вместе. Батарея. Есть. Я. Не хотелось бы, конечно, блин, просто тупо толпой завалить их, но, блин.
Надо время как-то поберечь. Ну, блин, отлично. Еще одну потерял. Так. Ладно, фиг с ним. В общем, здесь вроде я прошел. Ага, понятно. Отходим назад. Здесь тогда вы, наверное, вперед двигаетесь тогда тоже, да? А расстояние, не знаю. Это обычные пулеметные такие штуки, конечно. Ну, попробуем. Попробуем навалиться и задавить вот здесь вот толпой. Поехали. Не подведем. Где тут мои пулеметы? Все, все тащим, в общем, вперед. Все может пригодиться. Так. Против танка пушка. Ну, не знаю. Не особо пригодится. Вот пулеметы должны быть впереди. Выполняем. Готов. Отпозиция. Есть. Танкисты на связи. Есть. 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 Чего делать? Артиллерия. Какие-то минометы здесь есть. Так, вот отлично. Контратака, ладно. Так. Пулеметы вперед. Попробуем танками эту контратаку как-то купировать. Ну, бригада! Не подведем! Какой приказ? Ну, бригада! Что там интересно? Бомберы, да? А, нет, разведчика выпустили. Это, кстати, хорошо. Я думаю, можно будет тоже своего разведчика выпустить. Арт-позиция. Приказ связи. Да, хватит. Есть. Готов. А? Машина на связи. Отто. Чего делать? Танкисты на связи. Есть. Артиллерия на связи. Патрон. По вашему приказанию прибыл. Здесь где-то была зенитка, я помню. Наверное, отсюда попробуем зайти. Отсюда зайдем, попробуем танками тоже здесь продавить. Пехота увидит зенитку, мы подавим ее. Так, ну и потом здесь будем что-нибудь придумывать. Да. Понял. На связи. Блин, опять здесь какой-то столб ударил. Танкисты докладывают. Танкисты на связи. Бою готов. Бою готов. Танкисты на связи. Танкисты на связи. Есть. Арт-позиция. По вашему приказанию прибыл. Сейчас. Маневр готов. Какой будет приказ? Так, вот она зенитка. Ладно, здесь пока просто приляжем. Зенитку выбиваем. Танки тогда пробуют выбивать топ. Пулеметы тоже по-хорошему стоит сюда тащить. Маневр готов. Да, ну в общем концовка, она конечно такая смазанная, просто тупо закидываю мясом, совсем уже даже не берегу, не пополняюсь, просто пытаюсь завалить. Ну, бригада, маневр готов. Есть. Танкисты на связи. Точно. Бою готов. Здесь. Так,
Жду приказа. Есть. Какой будет приказ? Готов. Не подведем. Есть. Какие-то минометы тут, походу. Арт-позиция. Чего делать? Есть! Бой готов! Здесь! Так, точно! Отлично, блин. Есть. Вроде взял деревню, осталась последняя цель. Опытные танки вроде сохранены. Ладно, захватить вражеский склад. Все. Последняя цель. Я думаю, мы здесь просто ее просто задавим всем, чем можно. Со всех сторон будем нападать. Так. Кстати, здесь, наверное, тоже проще всего будет выйти прямо отсюда из деревни. Маневру готов. Так, есть мне чем пополниться? Маневру готов. Добро! Готов! Есть! Делай! По-моему, пополнялок нет, блин, еще здесь. На мины напарываются, блин, отстой какой. Так, пополнялки, в общем, в принципе-то есть. Автобат. Только нужно как-то их аккуратно провести, что ли, вот здесь вот. Известное дело. Готов! Здесь тогда готовим. Есть. Армию здесь. Есть! Тоже готовим, со всех сторон будем нападать. Здесь тоже, в общем, есть у меня чем напасть. Готов. Так, вы, ребята, есть. Тоже. В общем, со всех сторон просто, думаю, навалимся. Не буду уже ничего тут беречь. Просто всем, что есть тут. Попробуем ворваться. Чего даже делать? Вот этих, наверное, использую. Тоже сюда отходите. Да, в общем, огромное количество всего. Есть. Со всех сторон навалюсь, попробую, да. Действительно, то есть надо уже просто это... Просто уже закончить эту миссию и все. Орудием. Артиллерия на связи. Поддержка с воздуха, да, будет доступна. Я, наверное, штурмовиков отправлю сюда. Пусть они воюют. Так, ладно. Здесь какая-то техника. Вроде я ее видел, да, и совсем забыл, что здесь стояла два танка. Ну, две бронетехники. Вполня! Какой будет приказ? На что жалуете? Какой будет приказ? Исполняй! Маневр готов! Маневр готов! Делай! Исполняй! Бою готов! Исполняй! Какая-то вот здесь была арта. Вот здесь, да, наверное? Не знаю, смогу ли я ее продавить или нет. В общем, вот думаю сейчас все нападать или нет, или может быть все-таки еще немножко подождать. Да нет, думаю поехали. Поехали, здесь просто со всех сторон навалимся. Не знаю, потерь, скорее всего, это принесет очень много. Я боюсь, как бы здесь вообще меня не отбили. Так, что вы можете сделать? Пробуйте прощупывать здесь оборону. Так, блин, вот здесь еще танков забыл. Ну, кстати, их нельзя терять, тогда, наверное, их не буду брать. Вот этими пойду. Поехали. Неужели танки здесь не могут проехать? Отлично. Кто-то здесь меня выбивает. Нет, танки вроде могут как-то проехать, но непонятно как. Тут
Да, тут понятно, да, тут бункер меня выбивает. Не знаю, я, наверное, не смогу добежать до него. Вас, наверное, тогда просто отведу сюда подальше. Какие-то вражеские танки, блин. А я вот здесь только единственное место, где я смог перебраться. Вот это да. Так, и по-моему, я здесь вообще все подряд слил. Это враги, да? Ладно, здесь тогда, в общем, заляжем. Не знаю, конечно, вот так вот атаковать интересно, но, блин, потери очень большие. Бункер поди еще. Нет, этот, кстати, не бронебойный бункер. Тут вроде более-менее нормально. Но кто-то меня здесь все-таки стреляет. Да, еще дом здесь есть. Ладно. Так, вы давайте попробуйте заехать сюда. Вот это выбить. А он, кстати, выбит уже. Танка я не смогу выбить. Дом. Давайте дом стреляйте. Вы тоже давайте максимально близко вперед. Не знаю. Финальная атака, конечно, просто шикарная. К бою готов. По вашему приказанию прибыл. Пойдем, готов. Может даже этих подключить? Так точно. Вот эта штука. Попробую ей бункер подорвать. А, блин, бункер не получается почему-то, не знаю. Не появляется, что она может ее атаковать. Зенитку быстро выбивает. Так, кто-то здесь выбивает, все-таки. Остался, в общем, последний бункер, я попробую его штурмануть. Тогда как-то отправить часть. Здесь. Вот вы, наверное, здесь. Тоже давайте штурмуйте его. Чего делать? Здесь. Отлично, отлично, блин, ну это была классная миссия, конечно, очень долгая,
Может быть, даже ее стоило разбить на три части. Ну, в общем, закончил. Ладно, на сегодня все.